Пересадочная станция представляет Родион Дубина Цикл Загробный Книга первая Читает Алекс Зима Аннотация Случилось! Это давно назревало, и вот вирус, наверняка созданный людьми, уничтожил большую часть населения. Выжили только привитые, да не просто выжили, а получили новые возможности, ранее недоступные человеку. Мне же, как всегда, не повезло. Хотя это еще с какой стороны посмотреть. Мне достался уникальный класс, без суперской силы и немыслимых возможностей. Зато я получил кое-что другое, чего нет у остальных. Теперь только от меня зависит, стану ли я круче всех или сдохну в Канаве. Как стать повелителем мертвых? Глава первая, день первый. Все места, персонажи и события с их хронологией в книге вымышлены. Любые совпадения случайны. В книге присутствует небольшое количество обсценной лексики. Весь текст, кроме прямой речи, это воспоминания и размышления главного героя, что допускает ошибочные утверждения. В книге немало стеба, тупого и даже черного юмора, так что прошу относиться к ней как к развлекательному, а не серьезному чтиву. 1 сентября 2020 год, город Хреновск. Я сидел у окна в больничном туалете и смотрел на идущих в школу детей. Курить мне, конечно, нельзя, но кого это останавливало? Особенно, если нашел чью-то заначку за батареей. Сколько раз пытался бросить, но все бесполезно. Вроде и сила воли есть, но всякий раз, когда бросаю, случается какая-то херня, к которой совсем не был готов. В первый раз сорвался, когда расстался с девушкой. Тогда еще лет 18 было. Первая любовь и все такое. Ради нее, кстати, бросил. Но тогда и привычка не такая сильная была. Полгода всего курил. Потом в аварию попал на новой машине. Все обошлось, только кучу бабок пришлось на ремонт потратить. А для студента это не так легко. Снова закурил. Да много всякой херни было. Но последний раз самый жесткий. Уж не знаю, что дальше ожидать. Зомби-апокалипсис, разве что случится. Так, что тут у нас? – послышался голос у двери. Выбрасывать сигарету было жалко, тем более вряд ли еще удастся покурить сегодня. Отсчитывать меня и так будут. Так что я просто продолжил курить, забивая легкие дымом. «Загробный, ну и куда ты куришь? Только с койки встал и сразу травиться», – возмутилась молодая медсестра. «Это мужской туалет», – выдыхая дым, я попытался ее смутить. «А у нас Мужского персонала недостаточно, чтобы за такими, как вы, следить, так что мне приходится проверять и мужские туалеты. Ладно, но сигареты все равно не отдам. Тогда делись, предложила она, улыбаясь. Я достал пачку, в которой оставалось две сигареты. Медсестра взяла одну и прикурила от своей зажигалки. Что же у тебя стряслось, что ты так жить не хочешь? Почему же хочу, только не в этом дерьмовом мире. «Загробный, ты прям соответствуешь своей фамилии», — сказала она с ухмылкой. Улыбка ей очень идет. Да и вообще, Светка, красивая молодая блондинка и, похоже, еще учится. Я бы с ней познакомился поближе, если бы не обстоятельства. «Ну, а у тебя что случилось?» «В смысле?» «Не похоже, что ты регулярно дымишь. Да и перерыв у тебя сейчас обеденный, а ты облавы в сортирах устраиваешь». «Да ты еще и детектив у нас. Может, я просто проверить решила». «А, так ты просто подсматривала за мной в туалете. Ну, тогда ладно». А чувак, оставивший заначку, просто любит легкий гламур курить. Хоть ими хрен накуришься. «Ладно, Шерлок. А как ты объяснишь, что я спрятала сигареты в мужском туалете?» «А, да тут все просто. Сама сказала, что мужского персонала у вас мало. Да и пациенты в основном девушки. Значит, мужской туалет чаще пустует». Да и если мужик застанет тебя, вряд ли сдаст кому. А вот бабы запросто настучат. Да ты еще и сексист загробный. Не ожидала. Так я угадал? Да, это моя пачка. Только в мужском курю не потому, что сдадут. Просто в женском сами все скурят или просто сопрут пачку. Ну, тогда почему с собой не носишь? Да старшая сестра проверяет, она у нас вообще строгая. Любит все контролировать. Ясно. И что у тебя случилось? Ты же не каждый день куришь». «Да так, проблемы в личной жизни». Я затушил окурок, но с подоконника вставать не спешил. Парень изменяет. «Вроде нет». «А что тогда, не дает?» «Что за вопросы? Ты еще и психологом заделался». «Да не, это от друга подхватил дурную привычку». «Ладно, если захочешь выговориться, знаешь, где меня найти». Медсестра улыбнулась, переведя взгляд от окна на меня. «Иди уже, у тебя капельница через десять минут. Будем вымывать из тебя придурь твою». «Есть, док, уже бегу». Напоследок я зашел в кабинку и помочился, чтоб второй раз не заходить. Стеснением я не награжден, да и медсестру этим не напугаешь. Она я не такое видела. Но все же, когда я закончил, ее в туалете уже не было. Надо было попросить ее еще сигареты притащить. Хотя нужно бросать, конечно. «Я уж думал, ты там отключился по дороге», — сказал Рустам. «Это мой сосед по палате. Один из соседей. Если бы не он, я бы тут от скуки подох. Да я бы с радостью. Просто хотел в тишине побыть». «Ну, извини, такая роскошь не для нас», — улыбнулся он, поглядывая на третьего сожителя. «Им был какой-то жирный бизнесмен, попавший, как и мы, с отравлением. Вот только разговаривал он не с нами, а по телефону». Причем обычно так громко, будто от этого его лучше слышат на другом конце линии. Но это еще полбеды. Больше всего бесила вонят его жирной мерзкой еды. Как только ему разрешили такое передать. Хотя понятно как. Бабки все решают. «Я тебе еще раз говорю, гнать его надо. Да какие, сука, компенсации? Я ему так компенсирую!» Орал в трубку жердяй. А мне так даже больше нравится, когда тихо, тоскливо как-то становится, будто умерли все, — сказал Рустам. — Давай не нагоняй тоску. — А ты кем работал до больнички? — Почему работал? — Я сейчас работаю в баре. — Хотя из-за ковида гребаного ограничения эти. — Ну, тогда ясно, почему тебя не бесят такие люди, — кивнул я на жердяя, который все еще орал в трубку. — Почему же бесят? — они обычно меньше всего чаевых оставляют. Да, я бы накидался сейчас. Ну, сейчас не обещаю, а как выпишемся отсюда, обязательно. Ты, кстати, из-за чего слег, траванулся? Да не важно. Ну и зря. Когда выговоришься, оно и легче становится. А мы, бармены, уж умеем выслушивать. Был у меня как-то чувак, так он мне три часа рассказывал, как он жену ненавидит. А потом оказалось, что она его два раза за изменой застала, прикинь. Так что ты меня вряд ли чем удивишь. Да куда уж мне. Ну а ты тут каким ветром? Из-за руки? Да не, это просто протез. С ним проблем нет. Не поверишь, вискарь паленый попался. У нас заведение не из элитных, и хозяин жадный мудила. Заказал у какого-то мутного поставщика. В общем, я угостил девчонку одну в конце смены и сам пригубил. Да так, что скорую пришлось вызывать. хе, -хе. тогда чур бухать будем не в твоем баре, когда выпишемся. Да иди ты, нормальный у нас бар. Ага, только травиться паленкой я не хочу. Ладно, придумаем что-нибудь. Урод, ты что там совсем охренел? Я тебя с твоим корытом закопаю. Еще сильнее разошелся жердяй. Мужик, можно потише? Не выдержал я. Никакой реакции на мою просьбу не последовало. Жердяй продолжал орать, останавливаясь только, чтобы вдохнуть воздуха. «Эй, деловой, ты тут не один!» Снова обратился я к нему. «Ща, погоди!» «Это ты мне, пацан?» – уточнил он, убрав от уха телефон. «Ну а кому еще? Все остальные себя нормально ведут». «Слышь, щенок, ты меня еще учить будешь, как себя вести?» «Да поздно уже учить, я просто попросил нормально». «Если я попрошу, тебя отсюда на улицу выкинут, понял?» Может быть, только человеком вас это не сделает. Ты чё, падаль, совсем оборзил? Я сейчас... Жердяй начал кряхтеть, пытаясь подняться с койки. Но у него это не очень получалось. Он даже на бок повернуться не может нормально. Ну Но и туша, в нем килограмм 150, если не больше. Как можно себя так запустить? Ну как вы, мальчики, не скучно? Почти забежала в палату света. Любитель котлеток прекратил свои потуги и вернулся к телефонному разговору. Правда, говорить тише даже не пытался. «Да нас вон телефонист развлекает, с ним не заскучаешь», — ответил я. «Ну, Сергей Викторович человек занятой, ему простительно. Давайте свои венки, будем капельницы ставить». «Так пусть в отдельной палате лежит, занятой», — буркнул я. «А ты, загробный, не умничай. Сейчас из-за вируса вообще мест свободных мало в больницах». Светка склонилась надо мной, чтобы вставить иглу в катетер. Ее халат немножко провис, и грудь было видно почти полностью, только соски скрывались от моего взора. Мне от этого даже тесновато в штанах стало. Пора бы уже избавиться от напряжения, но все как-то не до этого, особенно после недавних событий. Заметив мой взгляд, медсестра слегка покраснела, хотя, может быть, просто кровь к лицу прилила, но едва заметная улыбка на ее лице становилась все шире. В чем дело, загробный? Так тяжело вздыхаете? Да капельницы надоели, сказал я, отводя взгляд. Понимаю. И можно просто Никита, если что. Ага. Слушай, а если серьезно, можно как-то от этого избавиться, кивнул я на жирного. Он наконец замолчал, но только чтобы набить свой рот вонючими котлетами. Из чего их делали, что они вокзальными чебуреками воняют. «Никит, сейчас обострение очередное, людей скоро в коридорах класть придется, а ты отдельную палату хочешь». «Ну, не отдельную, поменять его хотя бы, ведь реально покоя нет, то орет, то жрет, то пердит, а иногда все вместе». «Это вам еще повезло, соседние три старика в ведро писают, там такой запах стоит, могу туда тебя перевести. «Нет уж, спасибо». «Вот и не выделывайся, будет мотивация поскорее вылечиться». Я ухмыльнулся. Вот на что наша медицина рассчитана. Все, не умничай, загробный, не работать нужно. Погоди, а что там с обострением? Совсем все плохо? Да непонятно. Больных с короной больше стало, но такое чувство, что ситуацию искусственно обострили. Контроль прививок ужесточили, под угрозой увольнения заставляют делать. На улицах полно мобильных пунктов. Людей заставляют носить с собой справки о вакцинации. Если такой нет, то пробивают данные и делают чуть ли не насильно. Ничего себе. И правда на заговор похоже какой-то. Хоть я и не верю в эту чушь. Моя знакомая начальников работает вообще с государством не связана. Так там всю контору распустить грозят, если не сделают уколы. А у них очень прибыльный фармбизнес. Вот и думай теперь. Ладно, пора мне. Почитай в интернете. Точно, Wi-Fi же есть. Это самое Света подогнала пароль, хоть и не разрешает больным почему-то но ко мне у нее особое отношение. Понравился я ей чем-то. Вроде не флиртовал особо. Да я и улыбаться в первые три дня не мог, Какого еще лежал тут. Сейчас только отпускать стало. Я часа два читал новости, от которых все больше насторожился. В стране чуть ли не бунт начался. Антипрививочники устраивают протесты. Самых заядлых забирают в СИЗО, остальных просто разгоняют. По всему городу передвижные медицинские пункты размещают, и в срочном порядке вакцинируют. Это реально пугает. Попахивает уже началом антиутопии, где правительство будет контролировать всех чипами, препаратами и другими способами. В голове невольно начали всплывать воспоминания, которые я старался заглушить последние четыре дня. Я потряс головой, чтобы прогнать наваждение. Помогло. Вы чё, сука, не можете разобраться с этим писюном мелким? Я вам за что такие бабки плачу?» – вывел меня из раздумий крик жирного. Я поднялся с диким желанием набить ему рожу, но голова от резкого движения закружилась, и ярость резко ушла на второй план. Раз уж встал, я решил сходить в туалет. Курить последнюю сигарету не стал, зато за окном увидел интересную картину. По улицам ехало несколько машин скорой помощи, а за ними и более крупные фуры. Те самые передвижные комплексы вакцинирования, или как их там. Я еще несколько минут понаблюдал, пока мне не стало скучно, затем сделал свои дела и уже собирался вернуться в палату, как увидел в коридоре двух амбалов в деловых костюмах и с не очень приятными лицами. Они вошли как раз в мою палату, наверняка к этому жердяю. Вряд ли это деловые партнеры, больше на шестерок похожи. Возвращаться в палату перехотелось. «Нет, я драки не боюсь, уже третий год хожу на рукопашку, где майор нас учит кости ломать и с толпой драться. Но сейчас я не в лучшем состоянии. К тому же у амбалов могут быть стволы. Я почти уверен в этом». Через пару минут из палаты вышел один из здоровяков. Он подошел к стойке и что-то спросил у дежурной сестры. Та указала в мою сторону, и амбал пошел ко мне. Я захлопнул дверь и суетливо начал думать, что же делать. В тесном пространстве ствол особо не поможет, да и вряд ли он его сразу использует, максимум попытается пригрозить. Нужно либо его сразу глушить, как только войдет, либо попробовать все разрулить мирно. Я же вроде ничего тому жердею не сделал. На всякий случай я все же заготовил металлическую трубу. Она стояла в углу, похоже, уже не первый год видимо, осталась от старой системы отопления. Я поставил ее ближе и расстегнул ширинку. Нет, не для запугивания, а чтобы подозрений не вызывать. Тот молча занял соседнее место и начал мочиться. Судя по звуку, терпел он долго. Я так и не смог выдавить из себя ни капли. «Чего, не получается?» – спросил он сочувственно. Я лишь пожал плечами. «Ничего, я, бывает, тоже не могу при посторонних. Сорян, уже ухожу», – пробасил он и вышел. «Надо же, Значит, не за мной приходил, да еще и вежливый такой. Однако возвращаться в палату я не спешил. Вместо этого я снова наблюдал за тем, что происходит на улице, а там медицинские работники буквально гонялись за людьми, чтобы сделать им прививки. Какого черта? Я, конечно, понимаю эпидемию и все такое, но к чему такая спешка? Будто завтра будет уже поздно. Я снова выглянул в коридор и увидел вдалеке амбалов, направляющихся к выходу. Выждав еще минуту, я решил, что можно возвращаться. Жердяй, как обычно, говорил по телефону и не обратил на меня внимания. Рустам и вовсе спал после капельницы. Я же врубил в наушниках музыку погромче и попытался почитать новую книгу одного из любимых авторов, Макса Вальтера. Классный пост-ап он пишет, люблю такое. Однако яростные крики перебивали даже музыку в ушах. Мои усилия остановила вошедшая медсестра, к сожалению, не света. Она вручила мне пакет со словами. ⁇ Загробный, вам тут передачка. От кого? ⁇ удивился я. От девушки она просила не называть и не передавать сразу, а подождать пару минут. Одной этой информации мне хватило, чтобы понять, что передача от Тани. Я резко поднялся с койки и помчал в коридор. «Стой! Куда? Вам нельзя!» Медсестру я не слышал и не слушал. Хотелось только поговорить с Таней. Голова снова закружилась от резких движений, но я пытался бежать по коридору. Остановился только, когда увидел отъезжающую от здания машину. Ее машину. Я так и не понял, из-за чего мы расстались. Она сама не своя была в последнее время. Еще и та отрава. Некоторое время я гулял по больничке, думая о своем. Мозг будто старался оградить меня от воспоминаний. Мысли как-то хаотично блуждали по голове, не желая собираться в единый поток. Так я провел не меньше часа. Не хотелось возвращаться в палату к этой крикливой медсестре. Но там остался телефон, а без него как-то скучновато. Вернулись? Ну и где вы бродите? Вам еще неделю лежать нужно, это как минимум. А потом в психдиспансер переведут», — сообщила сестра, когда я вернулся. «Как? Куда? Я не хочу». «Никто не хочет. Но после такого надо. Да вы не переживайте, вас там за пару месяцев приведут в порядок». «Нет у меня этих месяцев. Хотя плевать уже». «Послушайте, я не знаю, что у вас там случилось, но это...» «Надь, идем скорее, там срочное совещание. ЧП. Прервала сестру другая девушка. Она выглядела очень встревоженной. Хотя это норма для больницы. Персонал куда-то убежал. Ну а я снова зарылся в новости, которые становились еще страшнее. Эти капсулы появились внезапно. Возможно, их сбросили авиацией, а может, из космоса. При падении они оставляют за собой зеленый дымовой шлейф. Правительство опасается, что это биологическое или химическое оружие. Красный уровень угрозы. Людям рекомендуется не покидать свои дома, по возможности перебраться в убежище. Используйте средства индивидуальной защиты. В первую очередь берегите органы дыхания и кожу. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике. Ситуация полностью под контролем. Третья мировая война Берите оружие и становитесь на защиту Родины. Чем дальше я читал, тем больше путаницы возникало в голове. Решил выглянуть в окно. Вот только из палаты виден только забор больницы. Лучше всего смотреть из туалета. Там окна на торец здания, а он без ограждения. В коридоре больницы творился хаос. Персонал бегал в разные стороны, натыкаясь на любопытных пациентов, вышедших, как и я, в коридор. Я не без труда добрался до туалета и первым делом посмотрел в небо. Там, на землю медленно, будто тополиный пух, спускались металлические капсулы размером с человека. А из них во все стороны вырывался зеленый густой дым. Капсул было много, возможно, сотни. И это только те, что видны из маленького окна туалета на втором этаже. Вот из-за чего правительство забеспокоилось. Так, стоп. Они что, решили травануть всех, кто не сделал прививку? Или это нападение и правда Третья мировая? В голове снова всплыли неприятные воспоминания, но я их быстро отогнал. «Никита, вот ты где!» Снова ворвалась в туалет Светка. «А?» «Идем быстрее, все на пятый этаж!» «Нафига?» что было дофига. Дым этот тяжелый по земле стелется, наверху есть шанс выжить. Там уже начали затыкать все щели. Медсестра потащила меня за собой. Коридоры больницы уже почти опустели, мы были последними. Поднимаясь по лестнице, мы догнали Рустама, который задержался, дожидаясь меня. «Что это за херня? Куда мы бежим?» – истерил он. Хотя это как раз нормальная реакция на происходящее. Я же наоборот был спокоен, хоть и очень удивлен. Какая разница, нужно спрятаться. Все направились в комнату с препаратами. Она самая большая, и там хорошая дверь, ответила Света. Однако, поднявшись на пятый этаж, мы обнаружили дверь уже закрытой изнутри. Откройте, тут еще люди остались, постучалась Света. Открывайте, пнул дверь ногой Рустам. Места больше нет, послышался знакомый мерзкий голос. Жердяй, ты что ли? Охренел? Вдруг разозлился я. «Но чаще ног, будешь еще меня жизни учить?» «Э, руки убрала, сейчас ушатаю, мало не покажется!» За дверью послышалась какая-то возня. Похоже, кто-то из персонала попытался открыть дверь, но жеробас не дал этого сделать. «Окна!» Заметил Рустам дым, проникающий уже на пятый этаж. Он сочился из окна в конце коридора и в холле. Мы же были недалеко от лестничной клетки. «На чердак быстро!» Сообразил я. «Ты чё, там щелей еще больше?» «Если дым такой тяжелый, то будет стекать по кровле». Нам повезло, что люк был именно над этой лестницей. Хотя, может, и до другой успели бы добежать. Не знаю, что это за вещество и как быстро убивает. Или что оно там делает. Чердак оказался закрыт на замок с короткой цепью. «Ключи есть?» – спросил я. Ключи у завхоза и на вахте. Оба на первом этаже, ну или за той дверью», – растерянно ответила Света. «Я все сделаю», – заявил Рустам и полез по лестнице. Дым уже поднимался с четвертого этажа по лестничной клетке, причем не такой редкий, как и закон, а густой, непроглядный. Скорость небольшая, но, учитывая масштабы, объемы газа впечатляли. «Ну что там, Рус?» – не выдержал я. Уже и я начал нервничать, но еще не терял рассудка. Послышался хруст, Рустам своим протезом, используя его как монтировку, сломал крепление замка и открыл люк. «Готово, давайте сюда!» Он влез первым и помог подняться Светлане. Когда я полез вверх, дым уже добрался до моего тела. Я набрал побольше воздуха в легкие, но почувствовал сладковатый привкус во рту. Похоже, немного дыма все же вдохнул. Однако я успел забраться на чердак, закрыв за собой люк. «Ну и кто знает, что это за херня происходит?» – спросил Рус. «Походу, конец света», – ответила Света. Глава вторая. Чердак. долго они лететь будут?» – задал Рустам риторический вопрос. «Мы уже около часа смотрели в небольшие вентиляционные окна на смерть, спускающуюся с неба. Наверное, походу, пока всех не потравят», – пожал я плечами. «Думаешь, это американцы делают?» «Не знаю, это может быть кто угодно. Свет, что там в новостях?» Она все это время залипала в телефоне. Я же свой выключил, чтобы экономить батарею. Тане все равно дозвониться не могу. Мой номер у нее, похоже, в черном листе. Но из неизвестного ей номера Рустама она не берет трубку. Да непонятно ничего. Столько ерунды противоречивой пишут. Кто говорит, пришельцы напали. Кто-то все на НАТО валит. Некоторые даже думают, что это наше правительство. Я уже ничему не удивлюсь, но нужно как-то выяснить правду, размышлял я вслух. Ага, только для начала нужно как-то пережить эту херню. Тут все взаимосвязано. Чтобы выжить, нужно знать, что происходит. А если это войска НАТО, то после травли будет зачистка. Жесть, никогда не подумал, что такое вообще возможно. Никита, ты чего такой спокойный? Я только снаружи спокоен, а так переживаю, как и вы. Ну и флегматичный характер сказывается. А вообще, чего паниковать? Действительно, всего лишь умрем все. Ты как, кстати? Не успел вдохнуть, когда поднимался? «Если бы успел, сейчас бы не разговаривал», — соврал я. Немного дыма попало мне в легкие, но кроме неприятного ощущения в легких, типа слабого сжения, никаких последствий не было. «Тоже верно. Блин, странно все это. Что именно?» «Ну, сначала корона, это потом подозрительные прививки. И вдруг биологическая атака». «Да похоже, что пытались убить нас вирусом, и когда в сроки не уложились или поняли, что неэффективно, Начали тупо травить. Только вот прививки эти непонятно для чего и от чего. Ребят, тут пишут что-то странное. Не знаю, может фейк, но некоторые даже фотки прикладывают. Тревожно заявила Света. Ну и что пишут? Что этот газ не просто убивает, а вызывает какие-то приступы бешенства. Отравленные нападают на других людей и пытаются их убить. Да сейчас чего угодно написать могут. Видео нет? Уточнил я. Не. «Ну, ты вот не ведись тогда». «Легко тебе говорить, загробный», – буркнула она. «Таких сообщений уже десятки по всей стране». «Так атаковали всю Россию?» «Да». «А другие страны?» «Точно не знаю. Пишут противоречивые вещи». «Смотрите, капсул меньше стало. Последние опускаются», – перевел я тему. «Реально. Только дым все равно поднимается. Хоть и не так быстро уже. Так и крышу накрыть может». «Тут изоляция так себе. Точнее, ее вообще нет», – сказал я, глядя на стыки плит покрытия. «Повсюду были большие щели в бетоне. Больше десятка вентиляционных отверстий, которые даже не закрывались. Да и ветром задуть может. Давайте закроем все, что можем. Если этот дым не убивает с первого вдоха, то есть шанс выжить». «Но чем мы закроем?» «Да чем угодно. Вон мусор какой-то, доски, куски рубероида. Одежду можно снять в конце концов. Мы начали работать. Освещение на чердаке было и так неважным. А когда закрыли несколько отверстий, стало и вовсе темно. Света включила на телефоне фонарик, и мы продолжили. В конце действительно пришлось снять верхнюю одежду, чтобы закрыть последние дыры. Я чуть слюной не подавился, когда увидел Светку в одном белье. Черное, кружевное, да еще и медсестрой работает. Похоже на начало порнофильма. Герметично все закрыть, конечно, не вышло. Но количество дыма, который может к нам попасть, мы свели к минимуму. Правда, стало жарковато и трудно дышать. Особенно, когда встревожили всех голубей, в чье жилище мы вторглись. И они подняли всю пыль и перья. «Ну что, походу, все помрем тут», – подвел итоги Рус, усевшись на пол. «А ты хотел жить вечно?» «Да нет, наверное. Ну не так же рано помирать». «Тоже верно. Блин, сейчас покурить бы». «У меня есть в сумочке», — сказала Света. «Отлично, доставай», — обрадовался я. «Только она на пятом осталась». «Блин, ты серьезно? Зачем было дразнить?» «Интересно, как там люди за дверью?» – тихо сказала она. «Вот тут бы я не надеялся, что хоть кто-то выживет». «Никит, хватит негативить!» – обиженно произнес Рус. «Ну а хули обнадеживать себя? У нас нет ни еды, ни воды, да и кислород скоро закончится, если смешается с этой дрянью. Может, дым скоро осядет. Если капсулы, лежа на земле, его все еще выпускают, то он может неделями держаться. Еще и погода, как назло, безветренная. Ну и что делать? Лежать, поджав лапки? Ну не лежи, попрыгай, может, полегчает. Но скорее, наоборот, пить и есть захочется сильнее, а кислорода станет меньше. Очень хороший совет. Да что с тобой? Возмутилась Света. «А что со мной?» Мы и так в заднице оказались, а ты извишь, как старый дед. Это от нервов, наверное. Похоже, зря ты нас откачала. Может и не зря. Не будет же этот дым вечно стоять над домами. Какой тогда в этом смысл? Не знаю. <кười> <кười> Вдруг закашлял я. Мне с каждой секундой становилось все хуже и хуже. Голова кружилась, будто я пьян. Воздух снова обжигал легкие, а из носа потекла кровь. Что такое? Что с тобой? Что болит? Подбежала ко мне медсестра. Дышать. Едва выдавив одно слово, меня вырвало, похоже, тоже кровью. Судя по всему, он все-таки вдохнул. Света вдруг шарахнулась от меня, будто я заразный. Хотя, может, так и есть. Отойдите в другой угол. Света отбежала, а Рус остался на месте, хоть и не знал как мне помочь. «Отойди от него! Я видела, как они в психов превращаются!» Обратилась Света к Рустаму. «Ты же говорила, это фейк!» «Ну я только фотки видела, а по ним непонятно!» «Слышь, а может он в зомби превращается?» «Я вообще-то все слышу!» «Какие нахрен зомби? Ты идиот!» Начала истерить Света. «Ну блин, которые людей едят!» «Замолчи, Рустам, он не зомби!» противовес ее словам, я еще раз блеванул кровью с характерными протяжными булькающими звуками и мычанием, хотя последнее уже от болезненных ощущений. «Видишь, превращается. Нужно его убить, пока он не напал на нас». «Ты дурак, не надо никого убивать!» «Алло, я все еще слышу вас!» «Ладно, но хотя бы оружие нужно найти!» Рустам начал рыться в куче строительного мусора, в итоге вооружился кирпичом, а светки протянул деревянный брус. Да нафига он мне, все равно не поможет. Почему? Те психи сильнее людей. Ну так писали, а значит и этот нас двоих убьет, если превратится. Я к этому моменту уже лежал на полу, в луже собственной крови, и не мог двигаться. Любая попытка пошевелиться отдавалась болью в голове и во всем теле. Он помер, тихо спросил Рус. Я не знаю, прийти что-то. Подойди, проверь. А чего я? Сам иди. Ты же медсестра, и у тебя палка. Ткни его. Да вы охренели. Жив я еще. Как ты, Никит? Отлично. Не видно, что ли? Не извини, что болит. Да все. Но уже попустила, сказал я, открывая глаза. Уверен, тебя кровью рвало, и ты задыхался. Что за фигня со мной? Да откуда я знаю? Ну и кто из нас доктор? Я медсестра. Да и не изучали мы зомби-вирусы. Может, ты вдохнул все же? Или через кожу отравился? Да что вы несете? Какие зомби? Не знаю. Так в интернете пишут. Через пару минут меня окончательно попустило, и боли почти не осталось. Зато жутко хотелось есть, пить и курить. Русы Света так и не подходили ко мне. Да они даже оружие не убирали. Свет, что там пишут? Сейчас гляну. Но, говорят, капсулы больше не падают. Да, это мы уже поняли. Про зараженных что? Ну, разные пишут. Пока никакой конкретики. Но некоторые говорят, что подышали дымом и не заразились. Все они вакцинированы от короны. Значит, вирус на основе короны? Не знаю, но вакцина вроде помогает. «Ты прививался?» – спросила меня Света. «Ну, не совсем. То есть?» «Да там долгая и неприятная история, и не хочу об этом говорить». «Это связано с тем, из-за чего ты в больнице?» «Можно и так сказать». «Ладно, главное, что ты в порядке. Я двумя компонентами привелась, так что тоже должно помочь». Мы перевели взгляды на Руса. «Я не прививался, не смотрите так. Хз, из чего они ту вакцину бодяжили». Ну и зря, получается, буркнул я и полез к окошку. Что ты делаешь, не открывай! испугалась света. Да не Ариты! Тут все равно не герметично все закрыто. Если бы там было все в тумане, мы бы уже задыхались. Я убрал завал, и на чердак потянуло свежим воздухом. Дым стелился ровным слоем, как раз доходя до крыши, но до окошек не хватало еще полметра. Ну что там? Кажись, не поднимается, но и не рассеивается. Блин, что теперь делать? Ждать. У нас воды нет. Мы и сутки не протянем. Если совсем худо будет, я схожу за водой, сказал я. Сдурел ты и так чуть не подох. Ну не подох же. Может, у меня иммунитет. Сиди уже, не рыпайся, иммунитет у него. Да я пока никуда и не собираюсь. Мы некоторое время еще подождали, а затем открыли несколько окошек, чтобы легче дышалось. Светкин телефон быстро разрядился, но мой был почти с полной батареей. Рус, как оказалось, оставил свой в палате из-за спешки. Я окончательно пришел в себя. Было даже лучше, чем утром. Только привкус крови во рту и вязкие слюни вызывали дискомфорт и отвращение к самому себе. «Слушайте, а что вы будете делать, когда получите свободу?» – спросил вдруг Рустам. «Мы же не срок мотаем», — улыбнулся я. «Такое ощущение, что мотаем. Ну, давайте помечтаем. Вот я бы свой бар хотел открыть, только нормальный, с караоке, кальянной, видеоиграми, с бильярдом». «А стриптиз там будет?» – просила неожиданно Света. «Для тебя могу организовать». «Ну, тогда вообще супер. Я бы здесь осталась работать. Всегда хотела помогать людям. А во время ковида еще и поняла, насколько это важно». «Тоже достойная мечта. А ты, Никит, «А?» – опомнился я. «Ты бы чем занялся, если бы не это все?» «Да мне апокалипсис не помешает. Я Татьяне кое-что обещал». «Это кто?» «Бывшая жена. Мы разошлись недавно». «Блин, сочувствую, братан. А что обещал?» «Неважно». «Тю, блин, ну ладно. Как думаете, какие у нас шансы выжить?» «Меньше 50%. Но даже если выживем, Жизни в любом случае не будет, как раньше. Сколько там людей уже погибло? Ну, за семь часов уже несколько миллионов, по предварительным данным, сообщила Света. Охренеть! Это только в России? Удивился Рус. Ну да. Смертность выше, чем от ковида. Причем за несколько часов в разы больше, чем за полгода эпидемии. Походу, это третья мировая. Мне страшно, прошептала Света и прижалась ко мне. От прикосновения почти к голову женского тела у меня снова разыгралась фантазия. Если бы не Рус, можно было бы поприставать к ней. Но я лишь приобнял ее за плечи и постарался отвлечься от пошлых мыслей. Мы так и просидели около часа, опершись спиной на стену. Туман, кажется, начал понемногу опускаться, но большинство домов все еще были накрыты зеленым одеялом. Голод и жажда стали совсем невыносимыми, но на человеченку меня вроде не тянуло, так что версию из зомби я сразу откинул. Слышите? Спросил Рус. Что? Вот именно ничего. Полная тишина, думаете, все умерли? Ну или спрятались, как мы? Да я про тех, что на пятом этаже. Если там хорошая изоляция, то, может, и выжили. Мне кажется, слышала там какой-то грохот, сказала медсестра. Кажется, или слышала, уточнил я. Ну, вроде слышала, наверное. Снизу донесся глухой удар, от которого по перекрытию прокатилась вибрация. Вот снова. Ну, теперь все слышали. Удар повторился несколько раз, от чего сразу стало не по себе. если они пытаются пробиться к нам, то мы в опасности. Что, это мне страшно? Света прижалась еще сильнее. Где там ваше оружие? Зачем? «На всякий случай!» Я встал и начал рыться в куче хлама. Однако ничего путного в нем не нашел. Пришлось вооружиться таким же брусом, как и у Светки. «Думаешь, они превратились в этих тварей?» – спросил Рус. «Да какие твари?» «Зомби не бывает, не пари чушь». «Ну, пусть не зомби, но люди нападали на других, и это факт. От паники можно что угодно сотворить, но это простые люди». «Да ты сам чуть не...» Чуть не что. Кровью харкал. Это еще не значит, что я зомби. Удары прекратились, но чувство тревоги не покидало меня. Мы выждали еще минут десять. Затем я решил включить свой телефон. Как назло, связи не было. Я не мог никому позвонить и даже войти в интернет. Экстренные вызовы тоже не работали. Хотя это и не удивительно. Однако я увидел непрочитанную СМС, которая уже несколько часов ждала моего внимания. СМС от нее. Прочитав сообщение, я выключил телефон. Неизвестно, будет ли электричество, чтобы зарядить его, хотя и связь уже вряд ли появится. Туман медленно опускался, и уже ближе к вечеру были видны окна в соседних зданиях. Городок у нас небольшой, так что высоток практически не было. По крайней мере, в этом районе. В конце, конечно, полно девятиэтажек. Там, возможно, есть выжившие. А вот у нас разве что такие же, как мы, выжили. Но на ближайших крышах никого видно не было. Да и в окнах никто не мелькал. «Нужно сходить за водой. Я уже не могу», — сказал я. «Да тебе и капельницы пора ставить», — добавила Света. «Какие нафиг капельницы? Тут бы от жажды не сдохнуть». «Ты сдурел, какая вода?» «А если там эти психи?» – возразил Рус. «Ну и что теперь, помирать тут? Скоро совсем ослабнем от голода и жажды. Тогда точно не выживем». «Ну подожди ты, может спасатели какие появятся?» «Ага, с автоматами. Только не спасать они нас будут, а добивать». «Что-то мне нехорошо», – промямлил Рус и присел. «Тошнит? Дышать не можешь?» «Да, сука». «Так, держись, я на разведку», – сказал я. «Стой, не оставляй меня с ним!» – испугалась Света. «Так и со мной идти не лучшая идея». «Ну а если он, ну и если...» «Я же не обратился». «Но ты вакцину принимала, он нет». «Тоже верно. Ладно, я быстро, если что, беги за мной». «Пожалуйста, подожди еще». «Ему вода нужна, да и нам тоже. Чем дольше ждем, тем хуже». «Да я в порядке». «Скоро стемнеет, и тогда будет еще сложнее. Держитесь, я скоро». Я подошел к люку и неосторожно убрал с него наше тряпье. На всякий случай надел свои штаны и футболку. Они, конечно, вряд ли спасут от этих психов. Но, возможно, хоть брызги крови не попадут на кожу. Мало ли, может, они заразные. Медленно открыв люк, я прислушивался ко всем звукам снизу. Но ничего, кроме едва слышного шороха, не заметил. Напоследок взглянул на Руса и Свету, она отошла от него на максимальное расстояние и была на грани панической атаки. «Ладно, я пофигист, но ей сейчас реально тяжело. Даже не знаю, что лучше. Сразу умереть или жить вот так в постоянном страхе. Хотя человек – это такая тварь, ко всему привыкает. И в то же время мы очень хрупкие и уязвимые, как физически, так и психически». Подождав пару минут, я решился спускаться вниз. Тумана на пятом этаже не было. Правда, весь лестничный пролет ниже уровня пола был в дыму. На полу я обнаружил кровавую полосу, ведущую с коридора на лестницу. Это уже был хороший повод вернуться на крышу и дожидаться утра. Но жажда переборола здравый смысл, и я высунул голову в коридор. Там крови на полу было еще больше. Вдалеке вовсе лежало несколько тел в неизвестном состоянии но никакого движения я не видел. Страх куда-то странным образом ушел. Может, последствия отравления действовали, а может, желание добыть воды и еды. Мысли стали ясными, появилась уверенность на инстинктивном уровне. Инстинкт выживания иногда творит чудеса, превращая людей в быстрых, сильных и расчетливых созданий. Я осторожно шагнул в коридор, но все же наступил на свежую лужу крови. Раздался тихий плямкающий звук, и я замер, прислушиваясь к тишине. На мои шаги вроде никто не реагировал. Напротив лестницы был небольшой холл, вот рядом с ним чей-то кабинет. Там, возможно, есть хоть бутылочка воды. В идеале бы найти пятилитровую баклажку, но ну и пол-литра уже будет спасением, хоть и кратковременным. Я медленно шагал к двери, смотря сразу на 360 градусов вокруг. Все мои чувства непривычно сильно обострились. Пульс при этом был ровным и невысоким. Добравшись до двери, я с огорчением убедился, что она заперта. Взламывать не вариант. Тот, кто оставил эти кровавые следы, где-то рядом. А значит, любой шум привлечет его внимание. Я стоял и думал, какую комнату проверить следующей. Но тут услышал шорох за железной дверью. С ужасом я обнаружил, что эта дверь слегка приоткрыта, а следы крови как раз ведут к ней. Или от нее. Разумнее всего было бы вернуться назад и подождать до утра. Видимость уже была так себе, а на этаже явно был кто-то живой. Но как только я повернулся к лестнице, Железная дверь приоткрылась, и в проеме показался полусогнутый силуэт человека. Или уже не человека. Он стоял почти неподвижно. Лишь периодические резкие рывки руками и головой доказывали, что существо еще живо. Я и сам замер неподвижно, чтобы не провоцировать его. Мы стояли так несколько секунд, а затем позади меня открылась дверь в палату. В этот момент существо рвануло вперед. Глава третья, пятый этаж. Ждать, пока зараженный добежит до меня, я не стал. Вместо этого я рванул назад и уже начал лезть вверх по лестнице. Но этот псих пробежал мимо лестничной клетки в сторону открывшейся двери. Мужик, открывший дверь, с перепугу остолбенел и ничего не делал. Даже орать не стал. Да он и понять, наверное, не успел, что произошло. Существо бежало достаточно быстро а затем тупо набросилась на растерявшегося парня. Хороший момент для меня, но не для того, чтобы сбежать. Что с этого толку? Сколько мы протянем без воды? Я рванул следом за зараженным. Пока он был занят бедолагой, я со всей дури огрел уродца по голове брусом. Только этого ему было мало. Тварь перестала рвать зубами шею парня и повернулась ко мне. Глаза налиты кровью, Рожа тоже вся в крови, но чужой. Зрачки суженные, на лице и шее сильно вздувшиеся вены. Я успел еще пару раз ударить зараженного, не дав ему напасть на меня. Убить не убил, но хотя бы не дал подняться. Правда, бедолагу это не спасло. Он лежал неподвижно, а из разорванной артерии на его шее лилась кровь. Хорошо так лилась, как из маленького шланга. Я продолжил лупить монстра, по-другому его уже не назвать. Бил до тех пор, пока не убедился, что этот уже не поднимется. Даже не знал, что деревянным брусом можно размажить человеку, пусть и бывшему, череп. Правда, и себе я отсушил руки, да еще и несколько занос загнал. От адреналина и повышенного пульса меня немного потряхивало. Я только что убил человека. Да нет, какой это человек. Он только что глотку мужику перегрыз, как животное. Но все равно убивать живое создание непросто. А если их еще можно вылечить... Да ну нафиг, у меня не было выбора, не было. Закончив с этим, псих принялся бы за меня. У меня не было выбора. И я сделаю это снова, если придется. Затем я поймал небольшой глюк. Перед моими глазами будто пронеслась какая-то надпись, как по экрану монитора. «Получено 100 единиц опыта». Я проморгался. Надпись исчезла. Чего не померещится в этой стрессовой ситуации. Новости пересмотрел или в игрушки переиграл. Права была, Светка, нам нужны капельницы и очистка крови. Или этот дым, который я вдохнул, так действует? Психоделический эффект какой-то. Вон что с людьми сделал, озверели совсем. Когда ярость отступила, я сначала посмотрел по сторонам, убедившись, что рядом больше никого нет. Затем посмотрел на свои штаны. Они по колено были заляпаны кровью. Надеюсь, она не заразна. Но на всякий случай нужно переодеться. Только сперва найду оружие получше. Эти твари будто вообще боли не чувствуют. А брусок не лучшее оружие. Достать бы эту трубу из туалета. Но она аж на втором этаже. Стоп. А если и на пятом что-то такое есть? Я прошелся взглядом по коридору. Дверь с буквы «М» оказалась совсем рядом. Я пошел туда и начал вглядываться в темные углы. Солнце уже село, и с каждой минутой становилось все темнее. Ничего, кроме деревянной швабры, я не нашел. Но это всяко лучше неудобного бруса. Швабру сломал пополам и отломал поперечную часть. Получилось два колышка. Пусть и не очень острых. Один запихнул в штаны, другой взял в руки. Если ударить силой, то кожу пробить можно вместе с мясом. А если повезет, то и череп в районе глаза или виска. Зомби ведь так убивать нужно, Хотя какие это зомби? Тот мужик ведь и не поднялся. Или все-таки? Я медленно выглянул из туалета и охренел. В коридоре лежало только одно тело. Того мутанта, что я убил. Какого хрена? Это что, реально зомби? Из него же литра два крови вытекло. Да что здесь происходит? Надо быстрее вернуться к Светке с Русом. Если он обратится, то и ее такой сделает, и я останусь тут один. Только с пустыми руками возвращаться нельзя. Я развернулся и всмотрелся в темноту туалетного тамбура. Возле стены стояла бочка с технической водой. Возле нее несколько пластиковых бутылок. Я взял три полторашки. Крышки, правда, не было ни одной. Да и вода не самая лучшая, но хотя бы не воняет. А боржоми искать сейчас некогда. Держа бутылки пальцами возле горлышек, я нес их в одной руке. Во второй сжимал деревянный кол. Коридор был пуст, не считая тела мутанта, и я быстро пошел к лестнице. Благо, она была недалеко от туалета. Я сунул и второй кол за пояс, бутылки взял по одной в каждую руку, а третью зажал зубами. Было неудобно, но я поднялся достаточно быстро и даже ничего не разлил. Оказавшись в безопасности, я первым делом снял окровавленную одежду. Ко мне подбежала Света и обняла, как родного. Она тихо всхлипывала, не произнося ни одного слова. Я чувствовал, как ее грудь прижимается ко мне, переваливаясь через бюстгальтер. Возбуждение наступило быстро, но я держал себя в руках. «Как вы? Что с Русом?» «Все так же. У него температура поднялась. Тошнит постоянно». «Ты нашел воду?» – радостно воскликнула она и вцепилась в одну полторашку. Я и сам вспомнил, что до сих пор не сделал ни глотка и начал пить со второй. Вкус, конечно, дерьмовый, отдавала затхлостью и металлом, но жажда была такой, что вредничать я не стал, и выпил сразу пол-литра. Хотелось еще, но неизвестно, сколько нам сидеть на этом чердаке, так что я немного притормозил. «Фу, что это за гадость? Это что, техническая?» «Какая есть?» «Там же хлор!» «Ничего, это не смертельно. Обезвоживание куда страшнее». «Нужно Русу дать. Сделаешь? Я боюсь его». Я молча взял третью бутылку и подошел к парню. Как он выглядел, я в темноте не видел, а видел только его силуэт. «Держи, братан», – протянул я ему бутылку. Тот молча взял ее и сделал несколько больших глотков. Затем отдышался и сделал еще несколько. «Спасибо». «Ты как?» «Да хреново. И что-то не отпускает. Что там на этаже происходит?» После этого вопроса и Светка подошла к нам. Ну, если вкратце, там реальный пиздец. Все прониклись глубиной русского словца, которое описывало происходящее предельно точно и красочно. А если поподробней? С опаской спросила Света. Даже не знаю, как сказать. Они, похоже, реально зомби стали. Или чем-то вроде того. Повсюду кровь кого-то сожрали еще до меня. А потом при мне одна тварь накинулась на мужика. Света ахнула после этих слов, прикрыв лицо руками. «Как накинулась? Драться начала?» – уточнила она. «Если бы. Тварь просто вцепилась мужику в шею и разорвала артерию. Я подбежал и забил ее брусом, пока она была занята». «Ты что сделал? Убил тварь?» – удивился Рус. «Да». «Ну ты даешь. Я бы свалил оттуда сразу», мне тоже хотелось убежать, но у меня был хороший шанс. Они, кстати, очень живучие, быстрые и сильные. Если все такими стали, то нам придется тяжко. Не знаешь, что с остальными? спросила Света. Думаю, всем хана. Железная дверь была открыта. Кстати, это, похоже, реально зомби. Тот мужик, которому горло перегрызли. Через пару минут исчез. Я же говорил, зомбаки. Будто обрадовавшись, воскликнул Рус. Света стояла, молча глядя на меня. Было еще кое-что странное, вспомнил я. Будто все сказанное до этого было в порядке вещей, удивилась Света. Ну нет, конечно, но странность уже со мной связана. Давай. Уверена, что готова это услышать. Может, на зомби остановимся? Говори уже, загробный. Ну, когда я убил эту тварь, перед глазами пробежала бегущая строка, как в новостной ленте. Похоже, это последствия отравления или от лекарств. Нет, от лекарств такого не бывает. По крайней мере, от тех, что тебе давали. Значит, это от газа. А что хоть написано было? Успел прочесть? Да что-то типа «опыт получен», как в игре какой-то. Охренеть! Мало того, что зомби-апокалипсис случился, так мы еще и в игре оказались», – заговорил Рус. «Да ну это от вируса, скорее всего». «В это я точно не поверю», – уверенно сказала Света. «Да и не верь, кто тебя заставляет». «Что делать будем?» – спросил Рустам. «Предлагаю подождать до утра, а потом идти на поиски еды, заодно высматривая оружие». «Ладно, если не сдохну до этого времени». «Или не обратишься», «Так тот мужик, которого убил зомби, он, получается, на пятом этаже переждал газовую атаку?» «Ну, получается, так». «И не обратился?» «Вроде бы нет. Может, тех, кто привился, этот газ не берет? Я вон тоже вдохнул ее. Норм, все». «Ага, только кровью похаркало немного». «Ну, это яд все-таки». «Стоп, а что если этот газ не обращает? Что если вирус во всех нас, а срабатывает только после смерти?» А газ типа сдохнуть помогает. Ну да? Херово знает. Но я не хочу ни подыхать, ни превращаться в этих тварей. Так что ждем до утра и идем на разведку. Ладно, ты извини, но мы будем дежурить, чтобы ты не обратился и не напал на нас, сказал я. Да пожалуйста, за одну муху отгонять от меня. Можете даже связать. А это мысль? Эй, я же пошутил. Свет, давай одежду, сокон. Она уже не нужна. «Ну вы чего, нормальный я? А если мне поссать приспичит?» «Не ссы». «Да как это?» «В смысле, не бойся. Да не дергайся ты». «Изверги». «Зато, если обратишься, много вреда не причинишь. Извини, но рот тоже обмотать придется». «Полностью с тобой согласен, братан. Ну, так надо. Ладно, я отключусь на пару часиков, а за тобой Света присмотрит». «А чего это ты первый спишь?» возмутилась девушка. Да потому что я заебал. Я несколько раз чуть не сдох сегодня. И одного зараженного убил. И ты уснешь после такого? Конечно. Я истощен физически и морально. Даже глюки видел. Так что да, я усну и очень крепко. Но что мне делать, если этот обратится? «М-м-м!» возмутился Рустам. Вот тебе кол деревянный. «М-м-м!» Еще громче замычал он. Ну и меня сразу буди. Ладно, через 2-3 часа растолкай меня, я тебе подменю. Уснуть было тяжело, несмотря на усталость. Ужасно хотелось кушать, да и мыслей слишком много в голове крутилось. Газ этот, зомби и странный опыт. Все же пару часиков подремать удалось. Полноценным сном это назвать сложно, но лучше, чем ничего. Затем меня разбудило света. Ну как разбудило? Она сидела все время рядом, а потом плавно перетекла в лежачее положение. Хотелось просто закинуть на нее руку и дремать дальше. Но если Рустам действительно может обратиться, то лучше не прозевать этот момент. Я покинул лежанку, сделанную из поддонов, и подошел к окошку. Звезды неплохо освещали город. Туман за все это время опустился не сильно. Только-только показались окна четвертых этажей. Рус тоже спал, пытаясь при этом храпеть. Но кляп во рту не давал этим звукам вырываться. Сколько я не вглядывался в крыши соседних домов, выживших там не увидел. Хотя возле больницы жилых домов мало, в основном тут коммерческая недвижимость и недостроенные новостройки. На рассвете меня снова начало клонить в сон, однако кашель Рустама разбудил меня и Свету. «Ты как? Снова поплохело?» Сейчас сниму, не ори. Только не кусай нас, ладно? Сволочи, изверги! <кười> <кười> Подонки! Так я могу и обратно надеть. Не надо, дайте попить. Я дал Рустаму напиться, перед этим развязав ему руки и ноги. Выглядел он очень плохо. Кожа побледнела, глаза покраснели, а кашель не прекращался. «Пора идти за едой», — сказал я. «Погнали, помираю с голоду», «Слушай, ну в таком состоянии от тебя больше вреда будет, чем пользы. Оставайся тут». «Ну нет, я хочу посмотреть на этих зомби. Да и вместе легче отбиться будет. Ты хоть на ногах стоять сможешь?» «Могу. Могу, наверное». Рустам встал и даже дошел до люка без нашей помощи. «Хорошо, если кашлять не будешь, то пошли с нами». «Постараюсь». «Что значит «постараюсь»?» «Не хватало еще привлечь всех тварей. Я даже не знаю, сколько их там». «Да все нормально будет. Если что, рот закрою. А вы чего не одеваетесь? Так в трусах и пойдете? Спросил я. Да ты сам в одних труселях, заметила Света. Так моя одежда в крови. А у вас какие проблемы? Моя в слюнях, да и потная вся, ответил Рус. Моя тоже попахивает. Лучше найду что-нибудь посвежее, сказала Света. Ну, смотрите сами. Кровь зараженных может быть заразной. Ладно, идем. Я первый, а вы держитесь за мной. Света выглядела напуганной, но оставаться на чердаке я не хотела. Открыв люк, мы несколько минут прислушивались ко всем звукам. Где-то с нижних этажей доносился шум борьбы, но на пятом все было тихо. Я спустился первым и осмотрел коридор. Он был пуст. Не было даже тела зомбака, которого я убил раньше. После меня спустились Рус и Света. «Ну что, куда пойдем?» – спросил я. «Я не знаю», – ответила Света. «Ну где тут еду можно найти?» «Буфет и столовка на первом. Ну и на каждом этаже есть окошко выдачи, но там, скорее всего, пусто». «Блин, пойдем тогда по палатам искать». «А еда не заразна?» – уточнила Света. «Тут же все в этом газе было». «Без понятия. Если в целлофане, то должна сохраниться». «А что с этими людьми?» – Света кивнула на железную дверь. «Думаю, там выживших нет. Держимся от нее подальше. Дверь была слегка приоткрыта, а внутри никого не видно. Мы все же не стали рисковать и не пошли туда. Вместо этого я повел свою небольшую группу в ближайшую палату. Как раз из нее тогда вышел мужик, которого сожрали. На полу было много крови, две кровати перевернуты, разбросаны вещи. Посреди комнаты недоеденное тело того самого мужика а над ним на четвереньках стоял мутант и жадно запихивал в пасть куски человеческой плоти, вырванные острыми когтями. Света не удержалась, увидев эту картину, и воскликнула, как испуганная птица. Конечно, этот звук привлек внимание зараженного. Мутант несколько секунд оценивающе смотрел на нас. Я расставил руки, отодвигая русой свету себе за спину, а затем медленно, чтобы не провоцировать монстра, достал деревянный колышек. Зомби побежал на нас, когда мы почти скрылись за деревянным проемом. Я схватил кол покрепче двумя руками и сделал выпад навстречу мутанту. Попал очень удачно прямо в глаз. Да с такой силой, что достал до мозга, пробив глазное дно. Им вроде мозг нужно повредить, чтобы убить. Мутант упал на пол и лишь немного дергался. Я повторил удар несколько раз, а затем появился новый глюк. Получено 100 единиц опыта. Похоже, никакой это не глюк. Ну или все настолько плохо, что мой мозг уже подменяет реальность, спасая меня от происходящего. Мои спутники молча смотрели на это создание. Света закрывала лицо руками, но поглядывала сквозь пальцы. Рус просто пытался устоять на ногах, слегка пошатываясь в разные стороны. Так себе помощники, конечно, но уж лучше с ними, чем одному. Тогда точно с катушек слетел бы. Вы как? спросил я не в силах слушать тишину. Да мы в порядке, а ты? спросила Света. Норм, только опять сообщение было. Уже начинаю верить, что мы в какой-то игре. Тогда бы я что-то увидела. Ты же не убивала никого? Вот убьешь, посмотрим. Ты что? Не собирайся никого убивать. Я медик, а не военный. Теперь мы все выжившие. Чтобы жить дальше, придется убивать. Но я не хочу. Думаешь, я хочу? Хотя к этому можно привыкнуть. Второй раз уже намного легче. Никита прав, буркнул Рус. Похоже, жизнь уже не будет прежней. Убей или умри. Вот новое правило. Выходит, это не зомби. Будто с огорчением выдал Рус. Почему? Но этот же не поднялся. Значит, укус не заражает. Может, у него просто прививка была, Ладно, хватит болтать, заходите и дверь заприте. Замка на двери не было, но дверь открывалась в сторону коридора. А зомби, или кто они там, вряд ли догадаются потянуть ручку на себя. Хотя, если инстинкты остались... Я принялся осматривать комнату. Несмотря на обстановку, голод никуда не делся. Четыре тумбочки для личных вещей, немного хлама на подоконнике, пара сумок под кроватями. Пока я думал, как нам себя обезопасить, Русы Света уже хлебали нормальную питьевую воду из бутылок. Такая была почти у каждого пациента. Я тоже сделал несколько глотков, но пить особо не хотелось. «Охренеть, я печенье нашел!» – копошась в тумбочке. «Только не ори так, а то нас сейчас самих сожрут на закуску!» «А я нашла бананы!» – набивая рот бананом, заявила Света. Поедая его в одном нижнем белье, выглядела она вполне сексуально – несмотря на потрепанную прическу и уставший вид. И как девушкам это удается? Или мне только так кажется из-за долгого отсутствия разгрузки? «Чего стоишь, не голодный, что ли?» – прервал мои фантазии Рус. «Да сейчас на вас посмотрю. Если не помрете, то тоже поем». «А с чего мы помереть должны?» – насторожился Рустам. Света тоже перестала жевать и уставилась на меня. «Ну как? Эта еда находилась в газовом облаке всю ночь. И чё, вода тоже с этого же этажа. И нормальная. К тому же все упаковано. Ну ладно, чё там еще есть? Я отжал у Руса немного печенья, а у Светы банан и яблоко. Так себе сочетание, но мне было все равно. Затем мы нашли еще немного хлеба, вареные яйца, картофель. Универсальный русский тормозок, особенно часто встречаемый в поездах. Сигареты и алкоголя не нашлось, хоть и очень хотелось. Зато все нашли более-менее чистую одежду, почти по своему размеру. Внезапно в дверь кто-то начал ломиться. Потянуть ее на себя незнакомец не догадался, а значит с мозгами у них все совсем плохо. «Это они, да они, что теперь делать?» – запаниковал Рус. Даже Светка держалась спокойней. «Держи кол, Света тоже будь наготове». Сам же я схватил железную вешалку, Бить такой неудобно, зато легко можно удерживать уродов на расстоянии. «Ты же не собираешься открывать дверь?» – уточнила Света. «Я что, на самоубийцу похож?» «Нет, не собираюсь, но если ворвутся...» Стуки и попытки открыть дверь не прекращались. Я сначала хотел просунуть стойку вешалки в ручку, чтобы вообще заблокировать дверь. Но потом передумал. Вечно сидеть в этой палате не выйдет. Да здесь даже в туалет не сходишь. А судя по интенсивности ударов, зомби там только один. Уж с одним-то я справлюсь как-то. Отложу фешелку, я пододвинул к двери кровать, скинул с нее матрас с постельным и, повернув ее боком, поставил вертикально. Железная пружинная сетка перекрыла весь проход. Вот только один я ее вряд ли удержу. Рус, мы будем держать свет, а ты колышком бей в голову. Ты прикалываешься, я не смогу. Млять, не выеживайся, хочешь сдохнуть, нет? Тогда бери оружие. У меня даже сил не хватит убить его этим. Тогда поищи нож или что-то такое. Пока Света лазила по сумкам, мы с Русом придвинули к кровати по две тумбочки на каждую сторону. Теперь они не сдержат, но, может, хоть немного облегчат нам эту задачу. «Нашла!» – объявила девушка. «Отлично, тогда мы...» «Что это за фигня?» «Ну что есть?» Блин, такой зубочисткой только грязь из-под ногтей выковыривать. Ладно, тогда старайся в висок бить или в глаз. Готовы? Рустам напряженно пожал плечами, а Света растерянно кивнула. Я ударил ногой дверь, но зомби за ней помешали ее открыть. Пришлось повторить это еще пару раз, пока дверное полотно не оттолкнуло зараженного. Вот только нас ждал неприятный сюрприз. Глава четвертая. Я начинаю что-то понимать. За дверью оказался не один зомбак, как я ошибочно предположил, а сразу три. Правда, одного ударом двери удалось опрокинуть, но двое других плотно навалились на кроватную сетку, которую мы с трудом сдержали. Благо Света не растерялась и сразу же ударила первого мертвяка складным ножом в голову. Однако череп одним ударом пробить не удалось, да и последующие быстрые и слабые тычки не нанесли ему особого вреда. «Держи, Рос!» – заорал я, видя, что его сторона понемногу сдает. «Да пытаюсь!» Я немного сместился ближе к товарищу. Мое лицо оказалось прямо перед лицом зомбака. Нас разделяли только сетка и несколько сантиметров. Я чувствовал вонь из его рта, слышал рычащее хрипение, издаваемое его горлом. Света тем временем убила первого противника. Девушка растерянно замерла, но через секунду опомнилась. Третий мертвяк уже поднялся и занял место первого. От такого толчка Рус не удержал свою сторону, и сетка сдвинулась, образовав небольшой проход. «Света, быстрее, быстрее! Света, бей быстрее!» «Я не могу!» – начала паниковать девушка. Ее можно было понять, все шло не совсем по плану. Для первого убийства она еще неплохо держится. Вот только этого мало. Промедление в пару секунд может стоить нам всем жизни. Я выхватил у медсестры небольшой ножичек, весь испачканный кровью. Зомби окончательно сдвинули сетку, и один из них повалил Руса на землю. Я толкнул плечом второго и тут же метнулся к товарищу. Всадил зомбаку с размаху нож в голову чуть ниже затылка. Короткое лезвие вошло полностью, и я увидел уже знакомую надпись. «Получено 100 единиц опыта». Не теряя времени, я потянул за ручку ножа, но тот прочно застрял в черепе зомбака и не хотел возвращаться ко мне. Тем временем последний мертвяк уже поднялся и потянулся своей пастью к ноге Руса. Я схватил вешалку и оттолкнул голодного уродца, но тот меня будто не замечал и старался добраться до ноги моего испуганного соседа по палате. «Рус, бери кол!» – орал я ему. Однако он даже не пытался убить монстра, а лишь отползал от него. «Рус, я не удержу его!» Зомби уже почти добрался до живой плоти, как ему помешало света. Она замахнулась двумя руками и проткнула мертвяку глаз. Рустам еще некоторое время брыкался, не осознавая, что все закончилось. «Я думал, медсестра будет слабым звеном в нашей компании». А она хоть и замешкалась на секунду, но все же взяла себя в руки. «Куда хуже повел себя Рустам. Но я его ни в чем не виню. Все мы люди, и нам присущ страх. Кому-то в меньшей степени, кому-то в большей». «Я тоже их вижу», Пробормотала она. «Кого?» «Надписи. Когда убила мертвяка, два раза их увидел. Что это?» «Я не знаю. Похоже на системное сообщение, как в играх. Только все как-то слишком реально. Может, галлюцинации, вызванные газом». «Но я не видел никаких надписей», — сказал Рус, приходя в себя. «Ты же не убивал никого. Кстати, какого хрена ты истерить начал?» «Извини», — опустил он голову. «Тебе повезло, что Светка спасла». «Оно как-то само вышло», – виновато ответила девушка. «Ты молодец». «Я убила человека. Даже двух». «Свет, посмотри на них. Это уже не люди». «Да я это понимаю, но я должна спасать их, а не убивать». «Ты только что спасла Руса. А этим тварям ты уже не поможешь». «Откуда ты знаешь?» «Да потому что они мертвы. Ты знаешь лекарство от смерти?» Девушка промолчала, грустно опустив голову. «Так, предлагаю сейчас зачистить весь этаж и забаррикадироваться. Пошумели мы не слабо, но сюда не сбежались все пациенты, а значит, они разбрелись по этажам». «Там же туман». «Думаешь, мертвякам есть до него дело?» «Нет, наверное». «Вот и я так думаю. А сейчас берите себя в руки и закончим зачистку. Но сначала нужно лестницу перекрыть, чтобы снизу еще не набежало». «Ладно». Только нужно оружие получше найти. Эти колочки ни на что не годны. Это само собой. Может, в следующей палате что найдем? Ну тогда идем, пока остальные не сбежались. Я прихватил с собой вешалку и колышек. Какое-никакое, но все же оружие. Вешалкой закрыл дверь на лестницу, просунув ее через две ручки. Да, не крепость, но если сильно ломиться не будут, должно сдержать тварей. Или, по крайней мере, мы услышим, что дверь выбили. Дальше зашли в следующую палату, где никого не было. Рус принялся искать еду и воду, света, оружие, а я остальные полезности. Нашлось два телефона с наполовину заряженными аккумуляторами. А так электричества в здании не было. Заряженные батареи нам были очень полезны. Жаль, они литые, и в свои телефоны их не переставить. Нашлось и немного еды, воды и лекарств. Все же больница неплохое место, чтобы пережить такую катастрофу. Я выпил таблетку обезболивающего, а Рус сразу две таблетки. Света пила успокоительное, хотя и без него держалась неплохо. Все остальное было для нас бесполезным в тот момент. Вот с оружием все было куда хуже. Нашелся только один кухонный нож, да и тот небольшой. Зато им удалось немного заточить наши колья. Но я бы лучше использовал что-то металлическое. Деревом пробивать черепа все-таки не самая простая задача. «Давайте в препаратную зайдем», – предложила Света. «Без нормального оружия?» «А мы его тут нигде не найдем. Это больница, а не тюрьма или полицейский участок». «Амбалы», – буркнул я. «Чего?» «Амбалы жирного, то есть телохранители. Они могли оставить ему оружие». «Нет, это у нас запрещено». «Ага. А жрать то, что он жрал, тоже запрещено. Может, даже те двое в здании остались». «Если и так, они где-то на первых этажах». «Ну да. Ладно, идем в твою препаратную», — согласился я. Я шел первым, за мной Света. Рус был замыкающим. Парень выглядел совсем неважно. К бледности, кашлю и покрасневшим глазам добавился страх, который ему только мешал. Не знаю, почему у меня его не было. Если задуматься, то ситуация реально страшная. Но сейчас у меня есть цели». И первое из них ⁇ выжить. По возможности еще нужно убить как можно больше этих тварей. Если за них правда дают опыт, и это не глюк, то должны дать и новый уровень за определенное количество опыта. А вместе с уровнем персонаж, как правило, становится сильнее. Тогда дальнейшее выживание облегчится и будет проще достичь своей цели. Надо же, как быстро мой мозг начал привыкать к мысли что это игра или дополненная реальность. Хотя до сих пор полностью не верится в происходящее. Но не могут же и у меня, и у Светки быть одинаковые глюки. Да ладно бы в произвольный момент, но нет, именно в момент убийства. Не знаю, что произошло, но это все на самом деле, как бы глупо это ни звучало. Если тварей слишком много, закроем их там. Если одна или две, убиваем. Все ясно. Готовы? Я дождался кивков от своих спутников, затем сказал. «Я захожу первым, а вы прикрываете. Погнали». Мы ворвались в препаратную, и в первые секунды я едва не блеванул. Все вокруг было в крови, остатках кишок, кожи, костей и рваной одежды. Не выдержал желудок Руса. За ним последовала и реакция Светы. Он немного испачкал ее новую одежду своей блевотиной. Благо от рвотной массы медсестры я успел отскочить. «Придурок, ты меня обрыгал!» — сказала девушка, проблевавшись. «Я не виноват. У меня желудок слабый. Поэтому и попал с пищевым». «Что здесь случилось?» «А что непонятного?» «Люди начали обращаться и убивать друг друга», — пояснил я. «Не могли же они все умереть тут?» «А все и не умерли. Большинство разбежались. Тут сожрали человек десять, судя по обуви и обглоданным скелетам. Вы лучше ищите оружие получше. Ничего особенного в препаратной не было. Стеллажи с лекарствами, пакеты физраствора, железные утки для испражнений, стойки для капельниц. Так, а это может пригодиться. Я взял одну такую стойку и начал вертеть. Убрав с нее все лишнее, получил длинную железную трубу. Осталось только заострить один конец, и будет неплохое копье». Хотя все же плохое. Сталь не такая прочная, да еще и пустотелая. Пронзительно завизжала света, выбегая из подсобного помещения. Что такое? Там, там мертвяк! воскликнула она. Какого черта ты сама туда полезла? Не укусил хоть? Нет, он неполный. Что значит неполный? Да то и значит. Сам посмотри, я даже говорить о такой жути не могу. Тут мне стало интересно. Она так говорит, будто эта тварь не опасна, но при этом сама только что визжала, как сигналка на машине. Я заглянул в небольшое помещение, отгороженное от общей комнаты перегородкой. Там на полу валялась, а точнее ползла ко мне верхняя половина ожившей женщины. Зрелище несприятных. Ее кишки тянулись следом за телом оставляя кровавый след. А судя по следам крови на лице и наполовину съеденным ногам, она ела саму себя. Раньше я такого за другими мертвяками не замечал. Возможно, ее располовинили, и только потом она начала воспринимать свои бывшие ноги как еду. Вот только кто мог порвать человека на две части? Это как минимум топор нужен или сумасшедшая сила. Тварь особой угрозы не представляла. Ползла она медленно, хоть и настойчиво. «Рус, иди-ка сюда!» «Что там такое?» «Да помощь твоя нужна!» «Ну что тут у тебя?» «Ух, Б -б 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 «Сука, нахера!» «Мне уже рыгать нечем!» «Вот и нефиг харчами разбрасываться!» «Фу, аж меня подташнивать начало!» «Так зачем позвал меня?» Чтоб ты убил эту тварь. А чё я? Потому что мы со Светой уже убивали, а ты нет. Вот и лишайся девственности. Этот мертвяк идеален для тебя. Заодно проверим опыт. Блин, это обязательно. Ты моего друга Сережа напоминаешь. Он тоже постоянно очкует. Я не очкую, я просто не хочу этого делать. Давай, возьми яйца в кулак и бей ее по башке. Яйцами? Ну, можешь и яйцами, если у тебя фетиш такой. Но вообще, у нас три копья есть и нож. Блин, ладно. Рус принялся бить ползучую мертвячку, но все боялся к ней подступиться. Пробовал со всех сторон. В итоге все же нанес неловкий удар, едва не поскользнувшись на кровавом следе. Удар был никчемным. Парень даже череп не пробил. «В висок бей или в глаз! Да куда ты отвернулся?» Да не могу я! Надо, будь мужиком! А! -а, -а, -а! Рус с силой всадил зомби кол прямо в глаз, после чего она перестала двигаться. Тут у него случился очередной рвотный позыв. Правда, блевать было нечем, и он лишь покряхтел над телом. Ну вот, а ты боялся. Дали опыт? Не знаю, ничего мне не дали. Отстань от меня. Да хорош истерить. Уверен, что не дали. А как понять? – чуть спокойнее спросил он. «Ну, текст перед глазами пробежать должен был, как бегущая строка внизу экрана». «Не, ничего такого не было». «Ясно». «Что? Что тебе ясно?» – снова начал истерить он. «Наверное, эти глюки только у привитых». «И что это значит? Я теперь умру?» «Может быть». «Эй, я не на такой ответ рассчитывал», «Ой, извини. Нет, конечно, ты не умрешь. В худшем случае будешь только бродить по городу в поиске свежего мяска, как большинство дачников на майские. «Не смешно, блин. Как чувствуешь себя?» «Да хреново. Опять температура и башка болит, а еще и глаза сильно пекут. А ну, посмотри на меня». «Ух, ё! Свет, пойди, потрогай его!» «Надеюсь, ты сейчас про Руса говоришь?» Из подсобки спросила медсестра. «Вы, блин, юмористы! Нашли время!» – возмутился парень. Света вышла уже в новой одежде. Это был медицинский халат, а под ним, похоже, только нижнее белье. «Можешь помочь ему чем-то?» «Ого! Что с его глазами?» «Не знаю, как будто он клип Бузовый увидел». «Чего, какой клип?» – все истерил он. «Ну этот, твои глаза, попробуй капнуть в них визином», «Так это не Бузова, это Лобода», — поправила меня Света. «И там совсем не так поется». «Да, ну и ладно, они все на одно лицо». «У тебя, кстати, тоже красные, но не так сильно. Аптека только на первом этаже, а тут для глаз ничего нет». «Ладно, хватит глазами любоваться, нужно закончить зачистку этажа». «Можно и мне такое копье?» – спросила Света. «Конечно, за отдельную плату договоримся». «Вот как?» А то, что я тебя три дня обтирала и белье меняла, когда ты в отключке был, не считается? Ммм, mm, правда? Ну, вообще, это другая сестра делала, но могла быть и я. Эх, многое теряешь. Да ну. Ну да. Эй, может, перестанете ворковать и поможете мне? Спросил Рус. Вот, выпей еще обезбол. А Протянула Света целую пачку ибупрофена. Ладно, бери мое оружие, я себе сейчас сделаю. Я повторил процесс создания копья, пока Рус и Света искали что-то полезное. Точнее, Света искала, а Рус только пялился во все стороны, щурясь как слепец. Ничего, кроме таблеток обезболивающего, полезного не нашлось. Зря только рвались сюда. Хотя все равно весь этаж чистить. Да и копья эти получше деревянных будут. К тому же нашлось кое-что очень вредное и желанное. Света нашла свою сумочку, в которой была пачка сигарет. Я выкурил сразу две с мыслями, что нужно бросать. Я и до конца света хотел бросить, ну а сейчас без этой отравы вообще тяжело. Нужно избавляться от зависимости. После недолгих приготовлений мы отправились на зачистку. Как обычно, я был впереди, затем Света и Рус позади. Еще одна палата оказалась пустой. Но уже следующее охранялось пухленьким мужичком-зомби. Я вошел первым и приготовился сделать выпад. Но мужик меня удивил. Он прошел мимо меня прямо на Свету. Я даже немного замешкал от удивления. Но на девушку он реагировал как надо, тянулся руками и ртом, пуская слюни. Света проткнула ему лицо копьем. Я ударил сзади ниже затылка. Мой удар оказался смертельным, и я получил весь опыт. Какого хрена загробный? возмутилась Света. Ну извини. Не нужно было его убивать. Тебе опыта жалко. Да я не про это. Почему он на меня напал, а не на тебя? Наверное, не любит женщин. Может, жену вспомнил. Очень смешно, загробный. Но если серьезно, то я уже замечал такое раньше. Первый же мертвяк пробежал мимо меня и сожрал мужика а на меня напал только когда я ударил его. Интересно, как думаешь, с чем это связано? Может, с тем, что я чуть не сдох недавно? Тебя, конечно, с трудом откачали, но ты не похож на этих зомби. Хотя глаза красные, как у задрота, не видевшего солнца. У Руса еще краснее, на него все равно нападают. Ну да, странный ты загробный. Ладно, идем дальше. Обыскивать не будете? А смысл есть и пить, я сейчас не хочу. Оружия тут нет, так что... Телефоны есть. А что толку от них? Кстати, Светка, ты гений. Я достал один из тех мобильников, что раньше нашел в палате, и, включив на нем музыку, бросил в коридор. Сам прикрыл дверь в палате и стал прислушиваться. Ну что? Не выдержал Рус. Вроде не бегут. «Ну так они и на наши крики не особо сбегались», — заметила Света. «Может, из палат не могут выйти?» — предположил Рус. «С чего это?» «Двери везде наружу открываются. Им, наоборот, войти сложнее», — ответил я. «Ты ничего другого не мог включить?» «Свет, ты еще перебирать будешь. Чем тебе Морген не угодил?» «А с чего он мне угождать должен? Я похожа на подростка». После ее слов в коридоре послышались бегущие шаги. Я различил две пары ног. Не дожидаясь, пока зомбаков станет слишком много, я приоткрыл дверь и ткнул ближайшего ко мне копьем. Он меня даже не заметил, склонившись над телефоном. Получено 100 единиц опыта. Сразу за ним показался второй. Правда, его убить было сложнее, но после нескольких попыток у меня получилось. Получено 100 единиц опыта. Получен первый уровень. Я ощутил прилив кайфа, как от секса. По всему телу прошла приятная дрожь, будто я кончил после двухмесячного воздержания. Ноги подкосились, и я рухнул на пол. Света бросила на меня короткий испуганный взгляд, но все же занялась последним зомбаком, прежде чем узнать, что со мной. Я же читал новые сообщения. Теперь вам доступен интерфейс. Возможно, активация голосовой команды. Для привязки команды произнесите ее вслух. Теперь вы можете видеть уровень своих врагов, если он не превышает ваш более чем на 5. Никита, Ник, что с тобой? Заорала прямо на ухо Светка. Да нормально все. Я уровень только что получил. Вы действительно хотите привязать команду? Да нормально все? Я уровень только что получил к активации интерфейса, да нет. Я думал, ты копыта отбросил. Погоди, какой еще уровень? Нет, не хочу. Выбор голосовой команды отклонен. Для привязки команды произнесите ее вслух. Чего не хочешь, я не поняла. Да, я не тебе. Вы действительно хотите привязать команду Да я не тебе к активации интерфейса, да, нет. Да б не хочу. Выбор голосовой команды подтвержден. Что? Нет отмена? Я не в том смысле сказал да. Ник, да что с тобой? С кем ты разговариваешь? Уже не с кем, выдохнул я. А с кем говорил? С системой, походу. Что происходит? Что вообще за уровни? Ну а для чего, думаешь, мы опыт получаем? Чтобы уровни повышать. Все как в игре, только не в игре. Да выключи этот рэп. Света держала телефон в руке все это время, но после моих слов опомнилась и выключила музыку. То есть набор звуков, отдаленно напоминающий музыку. И что теперь ты стал сильнее? Можешь убивать их одной рукой, взглядом, силой мысли? Погоди, не знаю пока. Я только получил доступ к интерфейсу. А, ну ладно. И что он дает? Мы все зачистили. Этаж безопасен. Вроде да. Давай на всякий случай проверим, а потом я займусь изучением интерфейса. Мы заглянули в оставшиеся палаты, туалеты и душевую. Зомбаков нигде больше не было. Я все же немного укрепил двери на лестницу, приставив к ним мне рабочий холодильник, бочку с водой и дорогой медицинский аппарат, над которым Света тряслась, как над ребенком. Все же он нам больше не пригодится, тем более без электричества, а безопасить себя дело важное и нужное. В конце я придвинул к дверям еще и диван с холла, затем уселся на него и активировал интерфейс гребаной голосовой командой. «Да я не тебе!» «Ты с кем разговариваешь?» Снова не поняла меня Света. Глава 5. Первый уровень. Чтобы закрыть интерфейс, произнесите голосовую команду. Для привязки команды произнесите ее вслух. Так, второй раз я на это не поведусь. Закрыть. Вы действительно хотите привязать команду закрыть, где активация интерфейса? Да, нет. Да. Выбор голосовой команды подтвержден. Так, а теперь посмотрим, что тут у нас. Уровень первый. Опыт 500 из 1000. Физмощь 15. Маг мощь 0. Стойкость 20. Здоровье 78 ОЗ из 200 ОЗ. Мана 0. Да, не густо. Но хотя бы не запутаюсь. Нет привычной силы, ловкости и так далее. Похоже, эти характеристики объединены в одну физическую мощь. У меня ее 15 единиц. Много это или нет? Ну, со спортом я раньше дружил и драться приходилось частенько. Будем считать, что достаточно. Хм, есть еще магическая мощь. Значит, тут есть магия? Это вообще уже сюр какой-то. Хотя чему я удивляюсь? Я сейчас вижу текст, висящий в воздухе. Из-за того, что убил пятерку восставших мертвецов. Меня уже ничего не должно удивлять. Стойкость, как я понял, это состояние моего здоровья. Наверное, у меня его не очень много, учитывая, как мне хреново. Но и с маной все понятно. Это запас магической энергии, так сказать. Значит, магический класс уже проигрывает физическому. Если там нужно качать лишь физическую мощь, то в магическом еще и ману. Стойкость нужно прокачивать всем. Это даже не обсуждается. Хотя для ближнего боя она важнее. Но мне все равно интересно, как тут реализована магия. У меня что, огонь в руках появится? Блин, взрослый мужик. Ну ладно, пусть студент еще, но рассуждаю о таком бреде. Ладно, нужно выбрать класс. Надеюсь, получу за это какие-то плюшки и быстрее выполню поставленные задачи. Я мысленно сосредоточился на мигающей надписи «Класс не выбран». Передо мной открылся список возможных классов. Лучник, воин, ассасин, антимаг, стихийный маг, ментальный маг, маг поддержки. Так, ну первые три понятно, это классика, а вот остальные уже поинтересней. Хотя тоже все ясно. Антимаг имеет какую-то защиту от чужой магии. Стихийник поливает всех огнем. Ну или строями воды заливает. Ментальный, похоже, контролирует других или вызывает глюки. Поддержка, наверное, хилер какой-то. Так, интересно, попробовать себя в роли мага. Ментальный вряд ли будет эффективен против мертвяков. А вот стихийник другое дело, решено. Я сосредотачиваюсь на нужном мне названии класса и... Ошибка. При вашем статусе выбор класса невозможен. Чего? Какому еще статусе? Я еще раз повторил попытку, но получил всю ту же ошибку. Охренеть. И что это значит? Что у меня за статус? Система, объяснись. Что такое? Подошла ко мне света. Да класс не получается выбрать. А ты еще не получила первый уровень? Не знаю, я только четверых убила. Нифига, когда успела? Тебе один вроде бы остался. Давай быстрее убьем и проверим. Подожди, успокойся, что проверим, зачем? Ну ты что, в игры не играла? Классы определяют твой стиль игры и сильно ее облегчают. Думаю, нам дадут какие-то навыки после выбора, но у меня почему-то не получается. Я играла в Симсов, растерянно ответила она. Оно и видно, тупишь, как непись. Э, я тебя не обзывала. Извини. Если я не могу так быстро разобраться, как ты в своих играх, еще не говорит о моем интеллекте. Я тебя по медицине тоже загрузить могу. Все, все, успокойся, я прошу прощения. А теперь давай проверим, сможешь ты класс выбрать или нет. Обязательно сейчас это проверять? Я жутко устала. Ну, можем отдохнуть, наверное. Блин, ну интересно же! Ладно, закрыть интерфейс. Хорошо, пойду проверю, как там Рустам. Он так и остался в последней зачищенной нами палате. Там хотя бы койки есть. В коридоре в холле только диван и пара кресел. Я задумался о своем статусе, как мне подсказала система. Интересно, что это значит? Может, мне плохая вакцина попалась или... Я же привился как раз перед отравлением после чего меня начали откачивать и промывать кровь всякими растворами. Может, вакцина и не усвоилась полностью. «Никит, там Рустаму совсем плохо», – подбежала ко мне Светка. Я пошел за ней и обнаружил бедолагу, валяющимся на полу в луже кровавой блевотины. Его кожа покрылась язвами, под глазами и носом кровавые подтеки, вены вздуты, как у других зараженных, а сам он дергался от спазмов, хрипел и кашлял. «Он превращается?» – спросил я. «Не знаю. Я не знаю, наверное». «Нужно что-то делать. Может, вакцинировать его?» «Не поможет. Антитела должны выработаться до заражения». «Все равно стоит попробовать. Эта прививка не так проста, раздает интерфейс и прочее говно». «Все равно. У нас в больнице ее нет. Я проверяла в препаратной. Возможно, на первом этаже есть немного, но там сейчас туман». Точно так, да, точно. Он даже с четвертого этажа еще не ушел. Как думаешь, сколько у него времени? Ну, в интернете писали, что обращается в течение суток. Значит, времени максимум до вечера. Где-то так. Я посмотрел на часы на одном из телефонов. 13:43. Я пойду поищу вакцину. Ты сдурел, там же туман. Я уже пережил его действие один раз. Думаю, сейчас даже легче будет. Мы же с тобой иммунные типа. Я в этом не уверена. Вот и проверим. Тебе, кстати, тоже кое-что нужно сделать. И что же? Убей одного зомбака и получишь первый уровень. Там сможешь выбрать класс. И чем это поможет Рустаму? Там есть класс хиллера. Это что-то вроде магического лекаря. Что ты несешь? Какая магия? Тут человек умирает. А что, есть другие варианты? Стоит попробовать. Тем более, ты бы все равно взяла этот класс. Ну, наверное, ты прав, я. Но я боюсь лезть в этот туман. Давай так, разберем баррикаду, я спущусь на четвертый и приведу одного тебе. Заодно проверю, как туман на меня действует. Ладно. Но сначала свяжем его, вдруг он раньше обратится. Я сейчас найду ремни. Мы надежно привязали Руса к койке и закрыли в палате. Затем разобрали баррикаду, правда не всю, а лишь часть, чтобы можно было пройти. При необходимости ее можно быстро завалить обратно, да еще и отбиваться копьями через щели. Я постараюсь привести одного и помогу тебе убить его. Но если что-то пойдет не по плану, я крикну. Тогда беги за баррикаду, поняла? Светка кивнула. Видно было, что она нервничает, но я уверен в ней. Она уже неплохо проявила себя в стрессовой ситуации. Поначалу, конечно, чуть не погубила нас, но дальше неплохо справлялась. Сначала я запустил в зеленый дым пальцы руки, медленно, осторожно, будто совал руку в костер, гадая, обожжет или нет. Не обожгло. Дым лишь окутал мои пальцы, затем ладонь, немного нарушив ровную поверхность, находившуюся на уровне межэтажной лестничной площадки. Дальше я уже смелее зашел в туман по пояс. Набрав в легкий воздух, я спустился на четвертый этаж. Он был наполовину укутан зеленым туманом, который доходил мне примерно до шеи. Никакого жжения на коже я не чувствовал, а значит не такой уж он и опасный. Войдя в коридор, я заметил парочку зомби. Но они вообще не обращали на меня внимания. Над ними были едва заметные надписи желтого цвета, указывающие на их уровень. Оба первого. Я подошел к ним немного ближе, держа на готове копье, но никто так и не реагировал на меня. Значит, мне не показалось. Меня эти твари будто не замечают, пока я не нападу на них. Охренеть! Это ж сколько легкого опыта можно получить, просто убивая их одним ударом. Оказавшись в холле, я начал искать на ощупь стол или табурет. Очень хотелось вдохнуть воздуха, но вдыхать туман я не рискнул. Стол нашелся у стены. Я быстро забрался на него и, оказавшись почти под потолком, вдохнул кислорода. Никаких признаков ядовитости, отравления и всего такого я не почувствовал. Обычный воздух разве что воняет внутренностями и говном. Снова набрав побольше воздуха в легкие, я спрыгнул вниз и лупанул древком копья одного из зомбаков, приготовившись убегать. Тот оправдал мои ожидания и тут же бросился на меня. Вот только его товарищ решил ему помочь и тоже погнался за мной. Более того, из двух комнат выбежало еще по одному зомбаку и побежали за мной. Я рванул на пятый этаж с криками «Света, беги!» «Чего?» «Беги, Света, беги!» Света успела, и я гуськом пролез в оставленное отверстие в баррикаде. Правда, пока лес почувствовал жгучую боль в спине, задел острый уголок какого-то хлама. Девушка завалила за мной проход и начала отбиваться копьем от мертвяков, навалившихся на баррикаду. После нескольких ударов Света застонала и закатила глаза. Ее руки выпустили оружие, а тело выпрямилось, как струна. Она даже на носочки встала, Затем покачнулась и упала на диван. «Ага, значит, уровень получила». «Круто, конечно, только там еще три мертвяка за баррикадой. Хотя она неплохо их сдерживает. Твари настолько тупые, что даже не пытаются ее разобрать, а лишь стучат по дверям и холодильнику, наполовину перекрывшим проход. Блин, а такой план провалился. Я думал по одному их убить, а не вон как друг за друга». Я принялся бить твари копьем и искренне радовался, когда после очередного удара получал опыт. Сложнее всего было убить последнего. Тела его соратников перекрывали доступ к нему. Пришлось лезть под баррикадой и отталкивать их. Провозился я с этими тварями минут десять. За это время девушка не только пришла в себя, но и разобралась с интерфейсом. «Выбирать поддержку?» – уточнила она. «Ну, если хочешь». Если в медицину пошла по зову сердца, то этот класс для тебя. Тем более, это может помочь Русу. Да, это мне подходит. Некоторое время она всматривалась в пустоту перед собой. По крайней мере, с моей стороны это выглядело именно так. Ну все, вроде. Что, получилось? Ага. Отлично, тогда попробуй вылечить Руса. Есть одна проблемка, у меня нет маны или маны. Вообще нет? Не, ноль из нуля. Бред. Что делать? Придется получить еще один уровень. М да, мы так всю больничку зачистим. Я очень устала, давай отдохнем. Так ты и так на диване сидишь. Ты не понимаешь, у меня как будто я как бы... Кончила. Понимаю, я же тоже уровень получил. А можно как-то поделикатнее это назвать? Так вот чего ты упал тогда, Боже, какое приятное чувство. Хочу еще. Тогда пойдем убивать мертвяков. Сил нет совсем, но ты прав. Руса нужно спасать. Мы прочистили проход, убрали тела мертвяков, и я пошел за следующими. На четвертом этаже их осталось не так много. Двух я нашел в палате, и еще один меня напугал. Я споткнулся через него в конце коридора. Он то ли лежал на полу, то ли лазил на четвереньках, я так и не понял. Мертвяк решил, что я на него напал, и мне пришлось убегать. Впрочем, тактика убийства через баррикаду работала неплохо. Труднее всего было добежать до лестницы, не дыша зеленым дымом. Света уже знала, что делать, да и я был осторожней. Девушка убила всех троих, а я ее подстраховал. Там еще остались? Запыхавшись, спросила она. Не знаю, полэтажа в тумане. Я на последнего вообще случайно наткнулся. Похоже, он ⁇ жрал кого-то. Интересно, они могут умереть с голоду, если перестанут есть? Да откуда ж я знаю? По идее, нет, они же и так мертвы. Тогда зачем они едят? Инстинкт. А может, они тоже опыт получают, хрен их разберет. Хотя нам придется их изучать. Надеюсь, инстинкта размножения у них не осталось. Не хотелось бы, чтобы меня такая тварь пыталась изнасиловать. Ну и мыслишки у тебя. Давно секса не было. Что за вопросы, загробный? Это вообще не твое дело. Ладно, нимфоманка, жди еще партию. Света с усилием сжала губы, изображая злость. Но мне показалось, что она так пыталась сдержать смех. Я снова полез через баррикаду и на четвертый этаж. Туман за последних два часа не сильно опустился. Сантиметров на 15 и доходил мне до груди. Но дышать нормально я все еще не мог. Небольшие завитки в случайных местах возвышались над общим слоем и не давали вздохнуть. Да и мои передвижения взбалтывали застоявшуюся массу тяжелого, ядовитого газа. Я открывал каждую палату на четвертом этаже и прислушивался, нет ли там кого на полу. Но так и не смог найти ни одного мертвяка. Только в самом последнем помещении, выделенном для персонала больницы, послышалась быстрая чавка откуда то из-за угла. Я уже собирался спровоцировать зомбака и отвезти к Светке, как он сам на меня набросился. Мне повезло, что я вовремя услышал его приближение и успел увернуться. Вообще, я хотел побежать к лестнице, но мертвяк оказался быстрее остальных, и я просто не мог от него оторваться. Приходилось резко менять направление и уклоняться от атак. Вскоре мне стало сильно не хватать кислорода». Я запрыгнул на знакомый стол в коридоре, отмахиваясь от преследователя копьем. К моему удивлению и к его счастью, пробить его голову я не мог. Два или три удара лишь немного ранили его. Вдохнув поглубже, я спрыгнул вниз и рванул к лестнице. Зомбак поражал своей скоростью и даже поцарапал меня своими когтями. Очень больно. Но это только придало мне ускорение. Я забежал на пятый этаж и щучкой прыгнул в узкий низкий лаз под баррикадой. Содрал себе кожу на локтях и коленках, но это ерунда. Спина болела куда сильнее. Мутант полез сразу за мной, двигаясь достаточно быстро. Не было бы со мной Светки, я бы даже не успел перекрыть проход. Но девушка вовремя привалила его и нанесла несколько ударов копьем, в результате чего наконечник согнулся, а мертвяк все еще был жив. Ну, то есть, окончательно не помер. «Я подниму эту хрень, а ты отодвинь тумбочку!» – сказал я, хватая за тяжеленный аппарат. «Эта хрень стоит, как полбольницы!» «Жизнь дороже, давай!» Я напрягся, поднимая тяжелую квадратную коробочку со множеством кнопок. Тут перед глазами пробежало едва заметное сообщение. «Физическая мощь увеличена на одну единицу». Я опустил аппарат на спину зомбаку. Это его, конечно, не убило, но зато полностью обездвижило. «Добивай, возьми мое копье!» «Погоди, у меня еще нож есть!» Света достала кухонный нож среднего размера и с размаху всадила мертвяку в глаз, после чего ее тело снова начало оргазмировать. «Отлично, новый уровень!» Медсестра чуть не упала на пол. Я подхватил ее и опустил на диван. Она неожиданно обхватила мою голову руками и поцеловала. Страстно, с языком, крепко держа одной рукой за волосы, второй за шею. В себя она пришла так же резко. Отпустила меня, и отвернула покрасневшее лицо, тяжело при этом дыша. Извини", «Извини», – прошептала она. «Да ничего, мне даже понравилось. Но сейчас есть дела поважнее». «Что это было? Почему он такой сильный и опыта больше дали?» «У него был второй уровень, как и у тебя сейчас». «Ясно. Открыть интерфейс», – произнесла она и уставилась будто в никуда. Затем посмотрела на меня, снова покраснела и отвернулась. Пока Света разбиралась с тем, что получила, я рассмотрел зомбака второго уровня. Особых отличий не было. Только когти чуть побольше, чем у людей, и заострены на кончиках. Мышцы вроде тоже более развитые. Хотя, может, он изначально был спортсменом. Ну что там, не выдержал я ожидания. Тут свободные очки появились. Их можно вложить в характеристики. Да это понятно, то куда их вкладывать? А сколько их и сколько у тебя магической мощи? Три свободных очка в физической мощи 5 и в магической 0. Вкладывая одно в магическую мощь и два в ману. Готово. Закрыть интерфейс. И сколько у тебя теперь маны? Ноль из двадцати. Блин, и как ее восстановить? Ты меня спрашиваешь? Я кроме Симсов и три в ряд больше ни во что не играла. Ладно, но у меня два варианта. Даже три. Возможно, нужно просто подождать. Может быть, нужно поесть или поспать. Короче, сил набраться, отдохнуть. Ну и самое неприятное – восстанавливать ману за счет новых убийств. Мне больше второй вариант нравится. Я жутко устала. Ну, первый и второй друг друга не мешают. Предлагаю поесть и посмотреть, что будет. Светка встала с дивана и пошла в одну из палат. Вскоре она вернулась оттуда с целым пакетом еды. Вот. Где ты это взяла? Собрала по сумкам и тумбочкам, ну и в холодильнике кое-что было. О, хлеб с колбасой. Что может быть лучше? Я и сам не осознавал, насколько проголодался. Ели мы все подряд, начиная от колбасы и заканчивая шоколадными конфетами. Когда появилось хоть какое-то чувство насыщения, Света проверила интерфейс. «Ну что там?» «Ну вряд ли это от еды зависит», Восстановилось 9 единиц. Я посмотрел на время. Ели мы примерно 10 минут. Плюс еще время, пока Света ходила за едой, и мы вымыли руки, то бишь минут 15. Это еще не очень плохая скорость. Получается, одна единица восстанавливается около сотни секунд времени. «Как думаешь, этого хватит?» – спросил я. «Не знаю». «Там не написан расход? И вообще, как навык называется или что там?» «Секундочку. Открыть интерфейс». Исцеление позволяет лечить все от легких ран до тяжелых заболеваний. Результат исцеления зависит от магической мощи, прочитала она описание навыка. Да, навык отличный, но с твоей магической мощью вряд ли он с этим вирусом справится. Ладно, идем хотя бы попробуем. Закрыть интерфейс. Слушай, а если у меня не получится, начала она нервничать, значит придумаем еще что-то. А если, ну, знаешь... Что? Если он уже... Обратился? Ну да. Тогда убьем его, что же еще? Света остановилась перед дверью и повернулась ко мне. Входи ты первый, я боюсь. Я вздохнул, качая головой от ее мнительности. Затем открыл дверь и застыл в проходе. Увиденное резко ухудшило мое настроение. Рус не только обратился, но и сумел освободиться от тремней. Глава 6. Радость и огорчение. Рус стоял посреди комнаты на полусогнутых ногах, готовый к нападению. Сообщение над его головой подсказывало, что это уже не человек, а первоуровневый мутант. Жаль, хороший был парень. Хотя немного трусоват, но это не удивительно в текущих-то реалиях. Это мне флегматику и цинику пофиг. Хотя даже мне страшно бывает. А по сравнению с моим лучшим другом Сережей, Рустам вообще я смельчак. На меня мертвец даже не смотрел. Точнее, глянул пару раз, но без особого интереса. Его больше интересовала Света, стоявшая за мной и немного в стороне. «Нет, Рус, не надо», – зачем-то сказал я. Тот снова глянул на меня, а затем рванул вперед. Зомби попытался пробежать мимо меня, но я стукнул его древком копья. Оно погнулось, а Рустам упал на пол. Я замахнулся, чтобы добить его, но не смог. Так и замер с занесенным оружием. Рука не поворачивалась добить его, чем зомби и воспользовался. Он вцепился крепкими пальцами в ногу и потянулся к ней зубами. Я стукнул его второй ногой по лицу несколько раз, потерял равновесие, упал. Мертвяк продолжал крепко держать мою ногу и пытаться укусить. Я еще сильнее ударил его пяткой в лицо, теперь уже не боясь нападения, но и не сдерживаясь. Удар получился, что надо. Физическая мощь увеличена на одну единицу. Хватка Рустама ослабла. Я вырвал из нее ногу. Быстро отполз назад и поднялся. Он тоже успел встать на ноги, рванул на этот раз прямо на меня. Я выбежал в коридор и закрыл дверь. Точнее, попытался закрыть. Зомби успел навалиться на нее и понемногу открывал. Силы у него, будь здоров. Так и не скажешь, что подох. Но тут подключилась Света. Силы и веса в ней хоть и немного, но она догадалась лечь на землю и упереться ногами в противоположную стену, а руками в дверь. Вместе мы довели дверное полотно до рамы, после чего сработала защелка. Рус все еще ломился в дверь, а мы все еще придерживали ее. Но самое трудное было уже позади. Осталось только чем-нибудь ее подпереть. Удержишь, я притащу диван. Света попыталась кивнуть, но в ее положении это было сложно. Я сразу же рванул в холл и начал толкать к двери диван. Его длины даже не хватило, чтобы достать от стены до стены, поэтому притащить пришлось еще и тумбочку. Стало идеально. Теперь можно не бояться, что рус вырвется. Мы сели на диван, тяжело дыша, и смотрели на дверь. Он превратился, да? Спросила Света. Нет, блять, у него просто настроение хреновое. Я имею в виду, полностью безвозвратно. Ну а как еще, превратился? Почему ты его не убил? Свет, что за вопрос? Иди сама, убей, не могу я. Извини, это просто стресс, сказала Света и полезла в сумочку, которая все это время лежала на диване. Девушка достала оттуда пачку сигарет, одну закурила сама, и еще одну протянула мне. Я несколько секунд смотрел на нее, пытаясь заставить себя отказаться но при мыслях о Рустаме все же принял угощение. Курили мы молча, что, несомненно, было большим плюсом. Вообще не хотелось разговаривать в этот момент. Но докурив, Света снова начала приставать ко мне с вопросами. «Что дальше?» «В плане?» «Ну, что мы делать будем? Сидеть тут и ждать спасения, экономия еду и воду, или можно найти спирта и ужраться в хлам?» «Оба плана так себе. У меня есть одно дело, я не могу здесь долго оставаться. Дело? Какое сейчас может быть дело? За коммуналку заплатить нужно, съязвила девушка. Ты еще и шутить умеешь, неплохо. Нет, я обещал кое-что кое-кому. Ах, точно. Может, расскажешь? Нет. Почему? Да просто не хочу. Ладно, мистер Недотрога. А мне с тобой можно? Нет. Так и думала. Причина? Это слишком опасно для тебя. Ты мне нужна еще живой. И зачем же? Ты хил и медик, а времена нынче опасные, тебя беречь нужно. Да и вообще нормальных людей, возможно, единицы остались. Так что вдвоем нам будет лучше. Ну вот значит вдвоем и пойдем. Нет. Да почему? На меня они не нападают, пока я сам не нападу. А на тебя бросаются, как только увидят. Хотя тот второго уровня сам напал но это единичный случай. К тому же идти со мной, к моей бывшей, так себе идея. А, так вот оно что. Блин, ты только это услышала. Предыдущие аргументы тебя не убедили. Да ладно, я все поняла. И зачем тебе к ней? Я ей кое-что обещал. А если она уже... Ну, на каком она этаже живет? На четвертом. Но это не важно. Если это возможно, то я выполню обещание. А что за обещание?» Я молчал, но девушка не отставала от меня. «Никит, ну скажи, чего ты такой замкнутый? Возможно, мы вообще последние люди на Земле, а ты меня игноришь». «Ладно. Я обещал ей позаботиться об Игоре». Теперь она замолчала, осмысливая мои слова. «А Игорь – это ваш сын? Или ее с новым мужем? Ладно, все, не лезу, извини, я не должна была». Света встала и куда-то пошла, а я закурил еще одну. Нужно собраться с мыслями и поступить по уму. Ломиться через дым я не собираюсь, это считай самоубийство. Этим я никому не помогу. А дым опустился на полтора этажа, значит темпы спуска уменьшаются. За ночь, то есть часов за восемь, опустился на целый этаж, а затем еще на восемь часов, только на пол этажа. Можно, конечно, раздобыть противогаз, в идеале изолирующего типа, то есть со своим баллоном воздуха. Да только где ж такое достать? А если и достану, в этом тумане совершенно ничего не видно, а вслепую добираться очень опасно. Ну, случайно какого-нибудь зомби и на меня набросится сразу десятка-два. И почему они на меня не обращают внимания? Может, они меня своим считают? Я же чуть не помер сначала от отравления, а потом на чердаке, вдохнув немного газа. Дело точно не в вакцине. На Светку и других выживших мертвяки реагируют крайне агрессивно. Интересно, как на нее туман подействует? Тот мужик, которого сожрали на моих глазах, пережил этот дым нормально. Может, газ просто не попал в его комнату? Или на вакцинированных он не действует вообще? «Света!» – позвал я девушку. «Иду. Смотри, что я нашла». Протянула она мне стакан с прозрачной жидкостью. Я понюхал и скривился. «Это спирт?» «Ага, разбавленный. От стресса хорошо помогает. Выпей». «А как же нужно очистить организм? Бла-бла-бла». «Толку от очищения, если ты сорвешься и вены вскроешь или еще что-то». «Да не собираюсь я вены. Пей давай, слушай доктора». «А закусывать чем?» «Как девочка, ей-богу, вот на конфетку». Ты серьезно? Ладно, может и правда полегчает. Я выпил залпом около 200 граммов жидкости. Сколько там спирта было, не знаю, но по шарам дало очень быстро. Я даже конфету съесть не успел. Ну как? Да, немного легче стало. Блин, что ты за доктор такой? Спаиваешь меня, сигами травишь. В наших обстоятельствах можно. Хотя ты прав, нужно бросать. Так чего ты звал? Идем. Поднялся я и еще сильнее почувствовал легкое опьянение. «Куда?» «Проверим кое-что». «Погоди, у тебя вся спина разорвана. Да, я попробую вылечить. У меня как раз вся мана восстановилась». «Ну, давай. Что мне делать?» «Не знаю. Стой ровно, наверное. Или лучше сядь. Или ляг на диван». Я снял разорванную футболку и сел на диван. Света села рядом, повернула меня к себе спиной. «Ого, как ты терпел все это время!» «Не знаю, не до этого было. Там заражения нет никакого?» «Вроде нет. А ну не двигайся!» Я почувствовал прикосновение ее теплых пальцев к зудящей и пульсирующей болью ране. Через секунду ее ладонь стала горячей, тепло передавалось и мне. Стало сжечь, как солнце в июле а затем жар пропал так же резко, как и начался. «Блин, мана закончилась». «И как? Получилось хоть что-то?» «Ага», – уже более радостно ответила медсестра. «Я почти треть раны залечила. Даже шрама не осталось, только кожа более розовая на этом месте». «Офигеть, хирург бы с такой рваной раной не меньше часа провозился, и еще две недели заживала бы. Потом еще швы снимать. Блин, чудеса какие-то». «Ага, чудеса эти не бывает», а как ты поняла, что именно нужно делать? Не знаю, я будто уже делала это раньше. Оно в подсознании как-то осталось. Ну хоть что-то полезное от этой системы есть. Ладно, идем. Погоди, у тебя еще полспины расцарапано, будто ты зомбачку изнасиловал. Очень смешно. Сейчас перекись принесу, вот тогда посмеешься. Может, не надо? Подождем, пока мана восстановится. А если заражение начнется. Вообще сразу нужно было обработать. Сиди тут, я сейчас вернусь. Да куда уж я денусь? Света сделала свое дело, после чего мы пошли проверять мою теорию. К этому моменту у нее восстановилась мана, но я попросил ее не тратить. Ну и что мы будем делать? Дым даже до середины этажа не опустился. В том-то и дело. Я хочу проверить, как он на тебе сработает. Охренел, я туда не полезу. Если я в зомби превращусь? Ну, во-первых, ты не превратишься. Те, у кого вакцина, вроде не обращаются. А во-вторых, я не говорю тебе лезть туда полностью. Просто опусти руку или палец хотя бы. Света посмотрела на меня, как будто я предложил ей сунуть руку в огонь. Затем посмотрела на дым. Ну ладно. Если что-то почувствуешь, сразу вынимай и лечись. Света медленно поднесла палец к верхнему слою тумана, но даже опустить его не успела. Блуждающий язычок дыма коснулся ее кожи, и девушка сразу отдернула руку. Палец покраснел, появились волдырии. Однако девушка сразу применила свой навык, и все прошло буквально за пару секунд. Извини, но это нужно было проверить. Блин, больно-то как? Почему он на тебя не действует, а я даже коснуться не могу? «Да откуда ж я знаю? На меня и зомби не всегда реагируют. Ладно, значит, вдвоем нам отсюда не выбраться». «Эй, ты что задумал? Не бросай меня!» «Да не собираюсь я тебя бросать, особенно с таким навыком». «Эй!» «Что?» «Да ничего». «Ты бы не орала так?» «А ты не относись ко мне как...» В этот момент из тумана выпрыгнула женщина-зомби и набросилась на свету. Я толкнул тварь, то есть зомби. И прижал к перилам. Света за это время отползла вверх по ступенькам и подняла нож, который носила с собой. Правда, ударить зомби она не успела. Тварь вырвалась и навалилась всем весом на меня. Я швырнул ее обратно в туман, затем быстро поднялся и взял в руки копье. Свое погнутое я уже не использовал, вместо него я носил с собой Светкина. Напряжение нарастало. Хуже всего было знать, что противник впереди, но при этом не видеть его. Я не стал ждать у границы тумана и начал отходить назад, медленно, чтобы не споткнуться. Зомби напала, когда я был на середине лестничного марша. Вот только выбежала она не одна. Их было сразу трое. Бабе я сразу же проткнул глаз, и она упала назад, сбив с ног мужика. А вот третьего я ударить не успел. Он подошел слишком близко. Я толкнул его ногой, он в нее вцепился и повалил меня на спину. Укусить меня уродец не успел. Светка всадила ему нож в висок, и мужик упал обратно в туман, снова завалив второго невезучего зомбака. Я быстро поднялся и продолжал отходить назад. Мертвяк предпринял третью попытку атаковать меня, но нарвался на удар копьем. Правда, угодило оно ему в шею и не убило. «Дай нож!» – крикнул я. Света протянула мне оружие, Одной рукой, удерживая копье вместе с зомбаком, я взял ее оружие и с размаху ударил противника в висок. Получено 100 единиц опыта. Получен второй уровень. На эти сообщения я уже не обращал внимания, так как меня накрыла волна эйфории. Только сейчас заметил, что кроме физического кайфа, в этот момент я испытываю и психологический, все проблемы куда-то улетели. Стало так легко и спокойно. «Никита, Никит, нужно уходить!» – орала на ухо Светка. «Что, зачем?» «Я слышу их, они бегут сюда!» Я мигом протрезвел и взял себя в руки. Снизу доносилось множество шагов, рычания и хрипения. Света права, лучше уйти. Тем более оружие у нас не самое лучшее. Мы быстро проползли под баррикадой и как раз вовремя. В этот момент из тумана выбежали пять зомбаков. Я перекрыл им проход и стал наблюдать за ними. Такой толпой они могут расшатать наше заграждение. Но мои опасения не оправдались. Зомби беспомощно долбились в дверь и холодильник, практически не нанося ущерба. «И долго они так будут?» – спросила Света, глядя на беснующихся тварей. «Не знаю, пока не надоест». «А им может надоесть? Им вообще бывает скучно?» «Не думаю, но если перед ними не будет стоять еда, то и рваться к ней они не будут». «Давай тогда уйдем», – предложила медсестра. «Ну ты иди, а я еще кое-что проверю. Да и баррикаду оставлять нельзя». Света посмотрела на меня, будто оценивая психологическое здоровье, а затем ушла. Я придвинул кресло к баррикаде, уселся на него и открыл интерфейс. «Да я не тебе», Уровень 2. Опыт 1000 из 2000. Класс. Физическая мощь 17. Маг мощь 0. Стойкость 20. Здоровье 160 ос из 200. Мана 0. Свободных очков характеристик 3. Свободных очков навыков 1. Ну и куда мне их вкладывать, если я не могу выбрать класс? Я даже попробовал еще раз это сделать. Не получилось взять ни ментального мага, ни стихийного. Может, я не подхожу на эту роль? Тупая схема. «Свет!» – позвал я медсестру. Зомби за баррикадой, кстати, как я и думал, успокоились. Но как только девушка появилась в зоне видимости, они снова начали долбить преграду. Значит, на меня они и правда не реагируют. Да и цвет надписи над ними подсказывающий уровень стал более светлым, что ли. Раньше он был желто-оранжевым, а сейчас золотой. Чего? А ты как навык изучила? Исцеление? Да просто выбрала класс. Как ты говорил, появилось окно с навыками, а там взяла самый первый. То есть, возможность его выбрать появилась сразу после выброса класса. Ну да, ты же вроде разбираешься в играх. «Да у меня все сложнее. Класс не получается выбрать». «Почему?» «Не знаю, баг какой-то, судя по всему». «Мне система писала, что часто использование навыка может его улучшить, даже не тратя очки. С характеристиками, кстати, то же самое». «А как мне его использовать, если я даже изучить его не могу?» «Да я даже не знаю, что там за навыки». «Да, я поняла. Ну, не знаю тогда, а что... А что за класс ты хотел?» «Стихийного мага», ну или ментального на худой конец. Ну, не судьба получается. Давай, кстати, еще подлечу, мана восстановилась. Света повторила процедуру исцеления. Почти готова. Еще на один раз осталось, с улыбкой сообщила она. Спасибо. Ага, сочтемся. Ну ты чего приуныл? Может, еще починишься? Возможно, ты просто устал. У моего бывшего бывало не вставал из-за усталости. Попробуй отдохнуть. Да иди ты, я не импотент. Что же со мной такое? Может, вакцинация нужна нормальная? Как вариант. Только что если на тебя зомби начнут реагировать, оно того стоит? Даже не знаю. Вообще ты права. Сейчас я могу спокойно их убивать и повышать уровень, но хотелось бы и огнем бросаться. Лучше бы воина или лучника выбрал. Им хоть мана не нужна. Я вон за минуту все потрачу, потом сиди 15 минут, жди, но это на начальных уровнях так. Дальше будет больше маны, может и восстанавливаться быстрее будет. Я к тому, что ты можешь сейчас без остановки убивать тварей. Они все равно нападают, когда я одного из них атакую. Да и нам могут другие иммунные встретиться. Не такие дружелюбные, понимаешь? Хотелось бы иметь аргумент против них в виде фаербола или удара молнии. Тебе видней. Ладно, я пойду, а то эти нервничают. Кивнула она на зомбаков. «Ага, а я проведаю нашего друга. Я еще некоторое время подождал, пока зомбаки не успокоятся. А затем покинул холл и пошел к двери, за которой был Рус. Как я понял, зомби моего уровня на меня нападали только если я их первый атаковал. Зомби более высокого уровня нападали сразу. Рус уже успокоился или, как говорят геймеры, оттагрился. К тому же сейчас мой товарищ стал ниже моего уровня, и мне интересно, как он себя поведет. Перед входом я вооружился ножкой тумбочки, которая отломилась еще, когда я ее тащил. «Ну как ты тут? Не скучаешь?» Рустам стоял посреди комнаты и лишь изредка поглядывал на меня. «Ясное дело, скучаешь. Надо тебе, зомби, девочку привести сюда». Я подошел к Русу поближе, но тут и вовсе начал отходить от меня. «И что это за новости? Ты не рад меня видеть?» – ответил он. «Ах ты говнюк! И что мы будем с этим делать?» Зомби отходил, пока не уперся в стену. Мне даже стало его жаль. Но я подошел почти вплотную, чтобы проверить реакцию. Тот отвернул лицо и демонстративно смотрел в сторону. Я вернулся к двери, а затем бросил в него ножку тумбочки. Сам я приготовился убегать, но Рус на меня не напал. Напротив, он отбежал еще дальше, забившись в угол комнаты. Это что же такое? Ты считаешь меня более сильным противником? Или даже не противником, а вожаком? Бить друга даже мертвого мне совсем не хотелось, а тем более убивать его. Я покинул комнату. Интересно, а что будут делать те зомбаки на лестнице? Свету я специально не звал, но и перелезать через баррикаду не стал. Только освободил небольшой проход и сунул туда руку. Мертвяки никак не отреагировали. Я еще раз окинул их взглядом. Все первого уровня. Все четыре. Хм. А было вроде пять. Ладно, продолжим эксперимент. Я проткнул ближайшего ко мне мертвяка копьем, но не убил. Тот отскочил, будто почувствовав боль. Однако долбить баррикаду не стал. «Охренеть!» – сказал я вслух. Обрадовавшись своему открытию, я начал бить зомбаков из-за баррикады, но убил только одного. Остальные отошли от меня на безопасное расстояние. Я вылез к ним, чувствуя свое превосходство. Никто из них не нападал. Точными ударами я убил их одного за другим. В итоге плюс 400 опыта в копилку и повышение чувства собственного величия. Это что же получается? Я теперь первый парень на районе. Да передо мной теперь такие возможности открываются, что и навыки никакие не нужны. Глава 7. Порно и мутации. Почувствовав себя неуязвимым, я предупредил Светку, что ухожу и отправился зачищать четвертый этаж. Туман там был чуть выше пояса, так что можно было спокойно дышать. Да и видно было почти всех мертвяков. Но первым делом я начал городить баррикаду. Низкоуровневые зомбаки меня, может, и не тронут. Но кто знает, до какого уровня могли отожраться некоторые особи. Вот придет ко мне пятиуровневый мертвяк с четырьмя руками и акульей пастью. Что я ему сделаю? Как раз для этого случая нужно поискать оружие получше. Я стягивал на лестничную клетку всю крупногабаритную мебель. Такой же диван, как на третьем этаже, два холодильника из комнаты напротив холла. Напоминает общагу, в которой я жил. Два-три общих холодильника на весь этаж. Да здравствует коммунизм. В них, кстати, было немало еды, которая за сутки без охлаждения еще не успела пропасть. Ее я, естественно, достал. Еще притащил стол, на котором недавно отбивался от мутанта второго уровня. Этого, в принципе, было достаточно. Если не найдется зомби-альпинистов, способных забраться по этой горе Рухляди, то мы в безопасности. Ну, как в безопасности? Нужно еще зачистить четвертый этаж. В комнате для больничного персонала я нашел пару неплохих кухонных ножей. По крайней мере, у них была толстая сталь и удобная рукоятка. На одном даже несколько отверстий на клинке. Напоминает какой то Тесак из фильма «Ужасов». Светки на копье я оставил ей. Сам же обойдусь тем, что найду на этаже. Тем более зомбаков здесь не так много осталось. Зачистку начал с самого начала коридора. Первая палата возле туалета. Там же обнаружилось два зомбака, оба первого уровня. Им хватило по одному точному удару в висок. Я так за пару дней могу с десяток уровней поднять. Хотя если для каждого следующего необходимо в два раза больше опыта, то с каждым уровнем его поднимать будет все сложнее и сложнее. Не нравится мне эта прогрессия, но что поделать. Зато у меня шансы получше, чем у других игроков, так сказать. Интересно, кто вообще все это устроил и зачем? Следующие две палаты были пустыми, зато в одной из них я нашел отличные костыли. Голову такими не пробить, но дверь, к примеру, подпереть можно. Пригодятся, оставлю их в коридоре. Дальше в палате я нашел очень стрёмную женщину. У нее был второй уровень, как и у меня. А значит, она будет как минимум сопротивляться. Нужно было убить ее одним ударом, только вот выглядела она так, что и подходить к ней не хотелось. Кожа на половине лица у нее не было совсем. Похоже, ее кто-то начал кушать. А судя по крови возле ее рта и на когтях, которые, кстати, были сантиметра по три, и запросто могли порвать мне шею, она сожрала того, кто пытался сожрать ее. Ну и страсти тут творились. Представляю эту картину, когда два мутанта жрут друг друга. Мертвячка что-то заподозрила в моем поведении, когда я начал к ней подходить. Она поворачивалась, не давая зайти ей за спину. Я агрессивно порыкивала. Слушай, давай не будем все усложнять. Я просто убью тебя и все, предложил я. В ответ послышалось еще более грозное рычание, и даже взмахи когтями передо мной этим меня не запугать. Я уже получал царапина от этих тварей. Неприятно, конечно, но в зомби я не превратился. Светка, если что, подлатает, однако эта тетенька могла и разорвать меня. Нужно было ее чем-то отвлечь. Я осмотрел комнату беглым взглядом. Почти вся мебель была скрыта зеленым дымом. Вот еще, кстати, в чем опасность. Нельзя позволить ей повалить меня на пол, иначе я просто задохнусь. Я подошел к углу, где должна была стоять кровать. Нащупал ее одной рукой и подтащил к себе. Затем поднял перед собой и с разбегу придавил ею зомбиху. Та упала спиной на другую кровать и начала брыкаться. Сил у нее было немало, однако я лишил ее удобной опоры. Придавив ее ногой, я выждал момент и всадил твари нож прямо в глаз через сетку кровати. Получено 200 единиц опыта. Да ну нафиг, лучше на первоуровневых качаться, чем на таких мадамах. Отдышавшись, я пошел дальше, но таких проблемных тварей больше не встречалось. Нашел еще трех первоуровневых, которых убил без проблем, Заодно и сам получил третий уровень. Уровень 3. Опыт 2100 из 4000. Физическая мощь 17. Маг мощь 0. Стойкость 20. Здоровье 160 ос из 200. Мана 0. Свободных очков характеристик 6, свободных очков навыков 2. Неплохо, конечно, но куда мне девать свободные очки, я так и не решил. Ладно, я пока и без них отлично справляюсь. Я еще раз проверив весь четвертый этаж, вернулся на пятый к Светке. Та дремала, опустошив один флакончик со спиртом и объевшись конфетами и шоколадками. Будить ее не стал, а просто достал из пакета все добытое в холодильниках на четвертом этаже и стал перебирать. Немного копченого мяса и копченой рыбы. Это еще пару дней должно продержаться. Вареные яйца и мясо лучше съесть сейчас, как и салат из крабов. Палка колбасы и сыра. Думаю, до завтра доживут. Еще было несколько свежих помидоров и огурцов. Они тоже пропадут не сразу. Еще немного сала. Куда уж без него. Оно вообще может месяцами храниться, если в прохладе держать. Была еще литровая банка супа. Такое ощущение, что здесь совсем не следят за передачками больным. И их питанием, хотя мне же лучше. Я набил свое брюхо холодным супом и стал думать, как бы заварить кофейку. Чая, кофе, да и сахара в больничке было полно, но без электричества и газа даже не знаю. Разводить костер? Ну, как вариант, можно. Плевать, что весь потолок будет в копоте. На кухне дым будет выходить в вытяжку, хоть и не весь. Осталось найти железную тару для воды». Первой в глаза бросилась стопка железных уток. Я только улыбнулся своим мыслям и стал искать дальше. Вокруг была куча посуды для дезинфекции, но в ней ничего заваривать не хотелось. Решил пройтись по палатам и уже в третьей сумке, видимо, какого-то деда, нашел старую алюминиевую кружку, то, что нужно. Вернулся в препаратную, взял флакончик со спиртом возле Светкиной кровати – и случайно заметил кое-что интересное у нее за спиной. Это был чей-то ноутбук. Возможно, ее или кого-то из пациентов. Я не сдержал своего любопытства и аккуратно его достал. Перед открытием прикрыл динамик рукой, чтобы не разбудить девушку. Можно было, конечно, выйти, но мне было тупо лень. Ноутбук приглушенно пиликнул и показал интересный стоп-кадр на экране. Это был какой-то порнофильм, почти полностью просмотренный. Вот, значит, чем она тут занималась, пока я зомбаков убивал. Первым желанием было разбудить Светку и показать свою находку. Хотя она точно все будет отрицать и ничего хорошего из этого не выйдет. Лучше вернуть все как было и не подавать вида, что я это видел. По крайней мере, я узнал, о чем она думает. А еще говорят, мужикам только одно и нужно на улице апокалипсис, в больнице полно зомбаков, а приличная с виду девушка тут порнушку просматривает. Нет, ничего такого, конечно, у всех у нас есть потребности. Просто как-то неожиданно это для меня. Светка начала ворочаться, и я тут же закрыл ноут. Присмотрелся, вроде не проснулась. Я подошел к ней и положил технику обратно ей за спину. В этот момент она как раз открыла глаза и уставилась на меня как на ожившего мертвяка ты что делаешь да вот ноут увидел хотел посмотреть нет что нет не надо быстро ответила она и ухватилась за него рукой но и я не отпускал интересно было понаблюдать за ней почему не надо может там в браузере последние новости остались там эм, батарея села ну, я вижу, что лампочка мигает. Но она не полностью села, чуть-чуть осталась, но нужно экономить. Да я быстро только одним глазком посмотрю. А чего это ты простыней накрылась, замерзла? Комары замучили, все, отстань. Это мой ноут, да отпусти же ты. Ладно, ладно. Что тут ты нервная какая-то, возбужденная. Чего? Да иди ты знаешь, куда, загробный. И вообще, ты весь в крови и воняешь. На себя посмотри, перегаром прет аж в коридор. Свету после этих слов аж передернула. Она вскочила, посмотрела на меня таким взглядом, будто я ей в тапки нагадил, а затем направилась к выходу. Дойдя до середины комнаты, она развернулась, взяла с собой ноут и уже с ним вышла. Я лишь улыбался, глядя на ее бешенство. Еще с минуту я посидел, а затем пошел в коридор. Девушку увидел в тамбуре туалета, она чистила зубы остатками воды в трубах. Да, нужно что-то думать насчет еды и воды. Через несколько дней, может недель, они закончатся. Если к этому времени туман не сойдет, то я даже не знаю, что мы будем делать. Нет, столько ждать все равно нельзя. Я обещал Татьяне. Пусть она меня ненавидит. Даже если она уже и погибла, я должен найти Игоря. Надеюсь, все же они выживут. Ну а пока нужно получить максимальный уровень. Может и с навыками что-то решится. Я всмотрелся в соседние дома, пытаясь понять, опускается туман или нет. Всюду он был чуть ниже окон четвертого этажа. В некоторых окнах даже видно было движение зомби. Неплохо бы и их зачистить, когда с нашими закончу. Опа! Это что такое? На пятом этаже здания напротив Фигуры зомби как-то странно двигались. Они стояли напротив и размахивали руками, будто ругаются. Похоже, так и есть. Окна испачканы кровью, так что рассмотреть сложно. Свет, подойди-ка сюда. Слушай, я с просонья иногда бываю злой, ты извини. Да забыли уже, смотри. Куда? Да вон, на пятом этаже за кровавым окном. Я никого не вижу. Блин, ушли. А вон они, в соседнем. Это что, люди, выжившие? Ага, мужик и две девки. Они ругаются. Он что, ударил ее? Какого черта, вот урод! Снова разозлилась медсестра. Да, думал, что нормальных людей увидел. Так девушки, может, и нормальные, а от того подонка убить мало. Но это не наше дело. Откуда ты знаешь? Может, она заслужила? Ты дурак? Никакая девушка не заслуживает побоев. «О, как ты ошибаешься!» «А как же разлучницы, разрушающие семьи?» «Или мамаши, превратившие жизнь своих детей в ад?» «Сколько таких чокнутых, что пропивают все и самоутверждаются за счет детей?» «Или стервы, берущие кредиты на своих родителей, даже не наведываясь к ним?» «Ладно, ладно, я поняла». «В любом случае, мы тут, а они там. Так что это вообще не наше дело», ну, мы хотя бы знаем, что мы не единственные выжившие. Как ты думаешь, много людей осталось? Трудно сказать. На крыше залезть вряд ли многие сумели. Может, процентов 10 всех людей в городе, но ну, в центре побольше, там и девятиэтажки есть. Но даже те, кого не убил туман, умерли от зубов и когтей. Но даже те, кого не убил туман, умерли от зубов и когтей-мутантов или... От обезвоживания и голода. Так что процента 2 осталось. Но это так цифры с потолка. Может больше, может меньше. Звучит страшно. Особенно если такое во всем мире. Но это вряд ли. Похоже на химическую или биологическую атаку. А значит, их цель не весь мир. Если это не террористы, самоубийцы какие-то. Скорее всего, только Россию атаковали, ну, возможно, и союзные страны. Правда, в таком случае должна быть ответка. Даже подумать страшно. Это да. Пол мира уничтожили химическим, а вторую половину ядерным оружием. Вот это самый вероятный исход. Почему я тогда в новостях не видела ничего про ракеты? Кто-то заснял бы. Не факт. Заснять, может, и успели, но выложить в сеть, которая тоже могла отвалиться, уже сложнее. Боже, как мне страшно. Обними меня, пожалуйста. Не успела я ничего сделать, как Света. Сама прижалась ко мне и обхватила двумя руками. Я обнял ее в ответ. «Хорошо, что ты со мной остался. Сама бы я не выдержала. Прыгнула бы в окно». «А прикинь, выжила бы», лежала бы на асфальте, пока тебя поедают мертвецы. Так себе смерть. Ну, тогда отравилась бы чем-нибудь, ой, извини. Все нормально, это я не специально, если что. Никит, в тебе была смертельная доза яда. Как такое можно выпить случайно? Я не отвечал. Девушка не стала донимать меня. Мы так постояли еще с минуту. Потом она подняла голову и посмотрела на меня так, будто хочет поцеловать. Однако в этот момент с улицы донесся громкий звук удара. «Что это?» – испугалась она. «Надеюсь, мутант. И он сейчас пожалеет, что остался жив». Я прополз под баррикадой на пятом с мыслями, что ее пора убирать. Материал можно отправить на усиление нижней, хотя пусть побудет. В этот момент удар повторился, и я даже почувствовал вибрацию по всей лестничной клетке. На четвертый этаж ломилась какая-то здоровенная тварь. Метра два с половиной ростом. Кожа не облезлая, как у большинства зомби, а какая-то затвердевшая. Будто к ней прилипли каменные пластины. Кулаки, да и руки в целом гипертрофированы. Половину головы будто раздуло, как попкорн. А во второй половине узнавалось лицо жердяя из нашей палаты. Больше всего меня смущала надпись над ним, сообщившая, что он пятого уровня. И это против моего третьего. Да еще и светилось ярко-алым цветом. И этот меня точно бояться не будет. Это ж скольких он сожрал, что так прокачался. И самый главный вопрос, как его убивать. В первую очередь я попробовал ударить его ножом через перила лестницы. Но удар получился слабым. И я даже не пробил его каменную кожу. Зомби-переросток посмотрел на меня, как на щеночка, тявкающего на медведя. Через секунду в меня уже летел его кулак размером с мою голову. Я отскочил от перил. Их тут же погнуло мощным ударом. Единственное, что мне нравилось в этом типе – его медлительность. Прежде чем он убрал свою руку, я успел подскочить к ней и резануть ножом, Правда, вреда это ему не причинило никакого. Однако кровь я ему пустил, попав между каменными складками. А если его можно ранить, то его можно и убить. «Света! Оружие неси!» – заорал я. Жердяй снова ударил баррикаду, погнув холодильник. «Какое? Все, что найдешь!» Еще удар. Техника еще больше помялась и свалилась на пол. В баррикаде образовалась брешь, но здоровяк в нее не пролезал. Наверху послышалась возня, я в это время пытался поднять помятый холодильник. Однако следующий удар пришелся прямо по нему, и меня чуть не придавило от такой мощи. Зато я понял, как в играх появляются боссы. Вот такие жердяи обжираются мелкими людишками, берут в руки что потяжелее и становятся еще опаснее. Ему даже броня не нужна, он, сука, каменный!» По лестнице спустилась Света, держа в одной руке свое копье, а в другой – огнетушитель. Она остановилась у границы тумана, в котором я стоял по грудь. «Это что такое?» – изумилась она, глядя на жердяя. «Не узнаешь? Это любитель пожрать и по телефону поболтать». Я взял у нее копье и попытался ударить толстяка в глаз, но тот легко перехватил этот удар и погнул копье своей каменной лапищей. «Ты нафига огни? А хотя давай!» Я вспомнил еще с института, что огнетушитель охлаждает предметы то ли до минус 50 градусов, то ли до 70, а это вряд ли пойдет толстяку на пользу. Выдернув пломбу, я направил шланг на босса и нажал на рычаг. Струя газа с шипением вырвалась из баллона, полностью скрыв из вида толстяка – да еще и разгоняя зеленый туман. Света сразу отскочила, боясь ожогов. «Неси что-нибудь тяжелое, типа кувалды!» – крикнул я. На секунду я прекратил поливать монстра струей холода и присмотрелся к результату. Тот попытался отмахнуться от меня и потерял равновесие. С грохотом и вибрацией здоровяк покатился по ступеням. Однако его хрипы и стоны не прекращались. Я метнулся в коридор в поисках нового оружия – да его, блин, перфоратором нужно долбить. Наверняка и череп покрепче обычного. Ничего, кроме скамеек и цветочных горшков, рядом не было. Тут-то я и понял, что самый тяжелый, твердый и удобный для удара предмет уже был у меня в руках. Это огнетушитель. Здоровяк успел подняться и еще с большим рвением полез через баррикаду. Он забрался на нее торсом, головой вперед. Она как раз оказалась на уровне моей груди. Я снова охладил его из огнетушителя. Его хватило еще секунд на десять. Да больше и не нужно было. У гиганта, похоже, остатки мозгов отморозило. Он даже дергаться перестал, а так и застыл, лежа на баррикаде. Я принялся лупить его со всей дури прямо по голове. Не помню точно, сколько ударов я нанес, но все же его череп я раскрошил. Да так, что меня забрызгало содержимым его мозгов. Получено 500 единиц опыта. Получена новая мутация. А это еще что? Что за мутация нахрен? Я ничего не нашла, только это! Послышался голос Светы. Она держала в руках керамический низ раковины, видимо, из туалета. «Да уже не нужно», – выдохнул я. «Ну что, все? Ну как ты? И что теперь?» «А теперь пойдем пить кофе».